Поехали. Итак, приветствую вас, дамы и господа, добро пожаловать на Warhammer End Times, Vermintide, первая кровь, затмение, возвращение джедая, часть третья, с вами Майкер, БСП, Диана, Бонивур. Мы продолжаем бродить по... Но Бонивур не полностью. Полубонивур. Одна половина его сидит дома в отключке, вторая половина взяла мышку и играет с нами в эту замечательную игру. Но мы продолжаем выживать как можем в этом полчище крыс. Миша выбирает пятую миссию, мы жмем на 2 и поехали. Здравствуйте, здравствуйте. Запись двух частей предыдущих вы можете посмотреть на YouTube. Если у вас есть премиум. А чтобы получить премиум, вы можете. Прошлую трансляцию очень много удалось пройти, на удивление. Даже были мнения, что игру упростили. Вот. Пропатчили как-то, потому что мы первую миссию траили 17 раз, а вторую, третью, четвертую прошли за одну трансляцию. Ну, вот. Сегодня Бонич, он по синусоиде, у него первая не очень была, вторая нормальная, сегодня, то есть обратно будет. Бонич F2. Ну, он отошел, он, видишь. Я говорю, а вторая половина просто подключилась сейчас, которая не понимает, что происходит. F2! Отлично. В прошлый раз у нас трансляция вылетала, ну, в смысле, игра вылетала, помогла переустановка. И вроде как это помогло. И у нас задача та же самая, что и в прошлые разы, найти мужика с именем Олеся, и он нас увезет. Уже в пятый раз куда-то. Диан, не слышно, он ничего не говорит. Пристань! Я вчера наприставался, сорян. А может, Димы вообще здесь нет с нами? Я тут. Да нет, тут. Отлично. Как бы крыс нужно убивать, а не говорить. Мы должны воевать. Кстати, про Warcraft. Как вам, чё? Ну, синематик Вову круче, чем синематик. Ну, так сколько его делают-то, блин? А сколько фильм делают? Уже 4 года говорят о том, что фильм по Warcraft'у там... Полностью CGI-ный ролик, это нереально... Ой, фильм нереально замутить. Это да. Так, все, ребята, я... По ценам это будет просто жесть. Друзья, мне срочно нужен донор третьей руки, потому что одновременно... Бежать, махать шашкой и писать любимой женщине не получается. По крайней мере, там этот... Ребята, здесь medical supply. Ну, нифига себе. Где? А помните, мы в самом начале нашли? Ничего себе. Ребята, можно я потише сделаю? Мне очень плохо. Такое ощущение, что они все вчера бухали и только проснулись. Где профессионализм? И только Бонивур в адеквате, да? Такое сообщение? Ай-яй. Ну это Петр 74 Рус. Он всегда с нами и всегда ворчит. Ага. Окей. Так. Можно я в речку, ребят? Мне очень надо искупаться. Прыгай, прыгай, Бонич. Эй-эй! Уху, на дно реально. Ёпрес, это. Половина хп? Ну нормально. А, не, умер, все. Ладно, поехали. Воскресим по дороге. Так и должно было случиться. Принципе, подожди, тут сундук еще. Мимо не проходим. Как отвечать своей женщине? Я надеюсь, рек в этом уровне будет много. Диан, давай по моим стопам. Поверь, мы нашли кого-то. Кому-то плохо. А, это как раз после вчера. Что-то крыс поразительно мало, но... Музыка настораживающая. Ой-ой-ой-ой, карамба! Наверх, 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 наверх. Я попробую Бонивура поднять. Я за тобой бежу. Сзади идут. Яйцами. Давай, Бонич, давай. Встал, пошел. Очень плохо, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь. Сзади. О, крыса. Как давно я вас не видел. Так, а нам нужно собрать порох. О-о-о. Так что, опять делимся или как? Или... Не, лучше, ну, может быть, по двойкам, но... А куда его нести-то надо? Без понятия. Ой. Ассасин где-то. Крепышка, я сделал слишком тихо, теперь ни хрена не слышу. Так, давайте я попробую снизу взять одну бочечку. Ассасин. Кто-нибудь присмотрите за мной. Крысы, снова крысы, боже мой, какое... Это лава, что ли? Так это не вы. Да?
знать? Или только я об этом знаю? Ассасин здесь рядом со мной. Господи, сзади, я сражаюсь, как дикий вепрь. Там газ еще пошел, да? Нет, нет, не газ. Вот он, рядом с Димой. Вот ассасин. Два ассасина. Ребят, ребят. Блин, все, мы отдадимся. Меня бьют, возможно, даже ногами. Я просто упал. Кто это сделал? Вот это бомбануло у кого-то. Ребята. Вот он. Да ё-моё, тут пулемётчик ещё. Да, пулемётчик себе нужен. Сзади бегу. Твою налево. Ассасин. Здесь лечебное зелье. Блин, газовик еще. Так, я в самый низ с вами. И танк еще? Охренеть, начало. Нет, нет, нет. Блин, я гуф. Надо просыпаться срочно, а то тут игра не прощает. Ассасин меня схватил. Поднимите Мишу. И меня, пожалуйста. Воу, Дима-то отфутболили хорошо. Я зато в безопасном месте, да? Ассасин сзади. Ох. Вот это меня отправили в полет, неплохо. Он прыгает к тебе. Фехтуй, Бонич. А я тут никуда не уйду. Все очень плохо. А, ассасин, ребята, ассасин, что делать? Забей, мы сейчас сливайтесь, потому что, ну... Да не, Дима, давай, спасай, поднимайся, спасай. А там они... Я просто... Дима, я один на один ассасина отхерачил, ребята. Но! Не сметь Арман, умирать. Все получилось. Все уже. Бонич, не сметь умирать. Хотя не, не отдавайся. А не, Бонич жив как еще. Лев. Арбалет ты зачем взял, только не знаю. Бонич, поднимайся наверх или поднимай кого-нибудь снизу. Какие дружные, слаженные действия. Мне предлагают поднять бочку. Вот. Не знаю. Нет, не бочку, подняй. Ну ладно. Блин, вот ребята, согласитесь, играю с нубасами, а разобрался с Олягу, с ассасином. Завалил танк, сагрил на себя. Стрейфуюсь, шифчу. Ой, танк, господи. Мы его теряем. Ну, если танк зажимает, то будет, конечно. Ну, блин, команда нубасов опять попалась. Я все идеально делаю, но... Лолер, тебе говорит Лолер. Эх, сейчас бы пацанов поскиловить чуть-чуть. Чуть-чуть, я же многого не прошу. Так хотя разбуди бы, себя. Хотя бы с тремя пальцами на руках. И уже затащишь. Окей. Так. Так, напишите, пожалуйста, в чатике. Со стримом все хорошо, со звуком все дела. А это обязательно писать, что хорошо или что плохо? Нет, тоже можно писать? Можно писать, что плохо даже. А то я думал, демократия. Мы забаним, конечно, за это, но, в общем-то, писать-то можно. Все, как говорят, отлично. Мид затащил, катку слил. Ну согласитесь, ребята, вот, ну, просто профессиональный игрок. Возьми и пистолеты, Бонич. Да, я... Да нет, еще, арбалет, это круто, ладно, беру пистолет. Этот арбалет убивает с одного выстрела, но... Блин. На им... Опять это надо попасть. Тут... Кто первый, я тот в танка попал. Ой, пацаны. Ух ты, это командующий. Я командиром. Да. Я надеюсь, вы справитесь, я традиционно врезал. Не, не надо, не надо, Бонич, ты что, сейчас опять начнется, блин. Да пусть прыгает. Я вообще-то единственный, кто выжил в прошлый раз. Это было... Да блин, я не могу проткнуть его. А, каналья. О, две хилки, ребят. О, ребят, вот это хорошее начало. Давайте попробуем не заруинить каточку. Несмотря на наличие... Так, надо посмотреть. Ребят, они идет. Тут появляются, судя по и всему, попадают в туше. Поэтому давайте по порядочку. Там уже а бочку сразу берем? Берем бочку. 8 штук? Вниз. Да. Так, давайте бочки берем. Пулеметчик где-то. Их нужно скорее туда. Всего сверху. Medical supplies еще. Да. Я отбиваюсь, ребята. Все хорошо, кто-то рванул. У меня тут пулемет. Я понес бочку. С пропаном. А, вижу. Здесь медичка, ребят. Блин. Здесь очень много medical supply'ов. Черт. Да, вот сюда вот нужно. Да, сдохнет уже.
Неудобно здесь. Центр. Мы наверх идем, да? Крысы повсюду, они сзади, спереди. А куда бочки? Просто вниз скидываем, да? Или что? Можете вниз, их вообще на корабль нужно. А корабль где? А что бочек? А, вон много? Вижу. А я его скидываю, она взрывается. Ой, я ее в реку. Ой, простите, ребят. Так, а где вы все? Мы наверху. Мы подсвечиваемся зеленым, Дима. Еще волна. Вы сколько бочек несете? Ноль. Офигеть, вы втроем за все это время отнесли ноль бочек. П полезность, К команда, Т тактика. Идут. С слаженность. Ребят, они тут постоянно будут спавниться. Нам нужно хватать бочки и нести. Двое хватают бочки или хотя бы один. Остальные прикрывают. Бежали, я не понял. Бежали еще тогда? Какие вопросы? Бежать мы можем. Я предлагаю маневр сборной России. А, на корабле, который пришвартован там. Да, да. Я взял, понес. Я тоже. Кто-нибудь взял. Еще берет, несет. Остальные все прикрывают. Я прикрываю, нас. Окей. Я охраняю коротышку. Так, огр, сверху. Огр. Сверху, прямо над вами. Прыгает к вам. Я охраняю коротышку, все нормально. Ёкарный бабай. За мной бежит, нет? За мной, нет. Кажется, сейчас будет. Да, ДПСим, за мной. ДПСим. Где он? Подсветите его буквой Т. О, я просто упал. Там внизу еще газовик, пулеметчик и газовик. Динамо. Слушайте, здесь нужно найти место, где можно спрыгивать вниз, но не убиваться и подниматься наверх. Блин, танк идет за мной, он очень страшный. Давай, Миш. Дим, спасибо, да, сейчас только я... О, я стрейфанул. Нет, стрейфанул. Блин, я упал снова. Просто застрял в текстурах. Давай, Миш, давай. Повисели и смотрим. Я взял бочку. Я а где, бегу, где? Это, чё, я даже не хочу атакер. А, вижу. Тут а, очень ясно, много народу. Сейчас. Да блин, и какой ты быстрый-то, ну. Нет, да как так-то? Я не понял. А, туда нельзя, господи. Тут речка. Миша, ты опять висишь? Я вишу. На меня забейте. Хотя нет, я, может, еще выдержу. Я просто вижу, подтягиваться не учили, долби, блин. Долби. Я ухожу, нет. Сожри, бонь. БСП, спасибо тебе за все. Я скоро умру все равно. Давайте, ребята. Ребята, здесь огр. Ой, тряпки, я захилялся. Все нормально, работай. Стреляйте в огра. Вот, один отвлекает, а остальные стреляют огра. А я бочки таскаю вообще. Ой, опять все, да? Ой, не все. От него ж не убежать. От него не убежать, но от него можно отпрыгивать. Да, вы пока его там это каетесь, я тут это погружу все, что надо. Да, кстати, огр же так же, как в Left 4 Dead, уменьшает количество спауна остальных монстров, так что. Я тут на грани перегрева. Бегайте вокруг него. Пусть Бонич на себя его берет, потому что тут еще хилка, Миш, возьмите. Да какого черта? Я же шифтил. А где хилки сейчас? Я подсветил синеньким. Он буквально пару ударов по нему, ребят. О, убили. Боневор, поднимай. И волна сейчас идет. Блин, что ж, Бонич. А, вот он, Бонич. А где хилки? Я подсветил синим, ищи. Офигеть. Че ж так напряжно-то, а? Так, я пойду прикрою БСП. Честно. Вижу бочку. Ой, сзади крысы. Ой, сзади много крыс. За мной бежит до хрена, вот я чувствую. Да. Забейте я на меня. Ну вот, добегут они. Понятно, их довольно много. Действительно, надо отступать. Какое отступление? Здесь Михаил лежит. Поднимаем Мишу. Всем разойтись. Отступление от трусости. Там еще была бочка вдали, там вообще прямо вот и направо, Дим, если от моей попы. Все, осталась одна бочка. А, нет, кого? Давай, Миш, поднимайся. А где они все? А где? Ну ладно, блин. А, хилка вот, очень... еще раз подсвечиваю ее. Тут две даже ее. Одну возьму тогда себе. Черт, возьми. А, вижу. Нифига себе, это как далеко. О, далеко. Ну я одну возьму, потому что я гуфнусь. Ребята, Что? Поверьте, я... со мной бегут крысы. Пойдем за почками. Пей! Выпил. Последний момент. Выпил. Крысы окружили, заворовали. Бонич, охраняй меня пока. Давайте я фильну Бонич. Бонич, иди сюда. Отбивайся. Удоб. Я справился, пацаны. Молодец, Миш. Бонич, охраняй меня. Ты готов?
Надо Диму еще как-то отхилять, потому что у него... О, еще волна! Или они тут постоянно просто? Они здесь должны что, постоянно. Куда идем там, СП? Просто я иду меня с тобой. Ой, давай, я беру на себя их. Миша, присоединяйся просто к нам. Беги. Да, легко сказать. Ну, там еще этот, пулеметчик где-то. Черт, в углу зажали, твою мать! Хо-хо-хо! Пулеметчик, вижу пулеметчика. Диан, я кто-нибудь сможет помочь? Не, я их отманил, хотя Мишка тут... Нет, я сейчас пулеметчика убью и прибегу. Не успеете уже. Так убил. Что пробуй, Миш, почку бери сзади тебя. Пытайся ее нести. Миша, я иду тебя охранять. Блин, а тут не прыгнуть, тупик. Еще вообще. Последняя бочка осталась сверху, я за ней тогда. Да, давай. Будешь охраняй эту, Мишу. Ну, я пока тут вроде так, один. Там нормально он на себя отманивает агро. А как ее? А, твою... А куда поставить? Блин, тут охранник, тут, можешь тут последить, короче, за мной? Очень много народа, ребята, я бегу. Я просто бегу, но бежишь, я... Бежишь, бежишь, Миш, бежишь сейчас налево и тут просто увидишь. Понял. Ага. Хочу. Много, так... Иду. Ох, куда? Ой, могу вас освободить, вижу, Дим, тебя. Так, бабе! Слушай, ассасин, кажется. Да, Миша, это плохо, если он меня сейчас зацапает, это прям будет... Я не успею в любом случае к тебе, я лучше Диму освобожу. Да. О, за Бонивуром. Нет, за БСП. А, за мной, ассасин, заре. Давай, вот Миша, я давай на пару. Бочку уже принес. Пошли. Отлично, Дим, идем прямо на него. Да, бежим. Дим, справа от тебя. Эх, вижу. Нормально, спасибо. Ты там спокойно, да? О, можно восстановить, смотри. Нет. Лежит. Пацаны. Сзади, сзади, сзади. Ой, все, успел. Капец, я перегрелся. Блин, их так много за мной. А-а-а, кошмар какой. Ой. Ёмаса, я жив. Все бочки собраны. Да. Я падаю. Олеся. Ребята, где Олеся? Меня вот в воду скинули. Сама Олеся. Бегите, я все бочки практически донес. Меня там бьют, меня убьют сейчас. Ну забейте. Нет. Отплывайте. Да. Изи. Я даже не успел. Это даже не почувствовал. Это самая короткая, самая простая. Слушайте, я думал, что это начало миссии, так разогрев. Не-не-не. Там у них была какая-то короткая миссия, судя по всему, это она. Это второй трай, пацаны. В первом трае Бонни еще упал в воду в самом начале. Но потом дотащил команду, на самом деле. Да ладно, мне первая тренька пришла, ребята. Первая тренька. А что лучше? Синий лучше, да, наверное? Лучше зеленого. Зеленый лучше? Мне зеленый выпало. Правда, арбалет. Нафиг он нужен? Или это посох? О, у меня посох! Длинный лук, отлично. Посох опаленный клетий. Огненных стрел. Это оружие перегревается на 10 медленнее. На 10 чего? На 10 часов. На 10, Миш. Миш, сказали. Все да, возвращаемся в эту. Огненный меч съешь в таверночку. Черт его знает, не знаю, что это. Ну что, отпразднуем, да? Да, обязательно. Продадим ненужное, разберем, переберем, сплавим, выплавим, продадим. Left 4 Red. Название игры. В чатике Алдур написал. Очень правильно, очень. Тренька увеличивает Movement Speed на 2%. Круто. Все, теперь будем тащить. Так, новый посох, давайте посмотрим. У меня на просто него лук дамагут, ну, побольше и все, в принципе. А где... можно крафтить жизнь? Я уже видел. Я разбирал такой же посох, просто поэтому... Да. Интересно, и на кого это оружие? Вот, ну... Молот, надежная пистоль. Это. Крис, максимум мантов, carry ammunition. Вот это неплохо. Где? Где? Где этот наковальня это чертова? Дайте я что-нибудь. Дим, синие предметы круче, чем зеленые. Да, синий круче. Верно. Ну, ты просто сказал, зеленые круче. Да. Не, я спросил, зеленые круче, чем что? Скорее всего, так. Понял. Чем не зеленые? Зеленые, синие, оранжевые. Ну да, они там. Так где эта гребаная наковальня, ребята? Да все там стоят, да. Какой-нибудь у нее.
все плохо. Так, и что я... Меч какого-то там драконьего. Так, всё, меч, я, это, конечно, не для меня. Конечно, не для меня. Но сейчас я могу что-то сплавить. И этот меч, кстати, оранжевый. Нормально? Круто? Оранжевый? Да. А ты уверен, что он на твоего Вичхантера прям, да? Он не на моего Вичхантера, он на... короче, человека с лупой. Или с цветочком, я не знаю. Я не понял, про кого будешь говорить все равно. Подождите, человек, сейчас я... Какую миссию выберем? Следующую. А, давай посмотрим. А, блин, а покажи экран еще с это на стриме. Любая Садморра, машины войны и зерна и плевла. Давай пойдем по... Ну, от Убершрайка логичнее. Вы получили огненный меч. Да пошли вы в жопу! Зачем мне второй огненный меч? Давай, Миша, Gears of War. А что там новое? Крепостному валу, да? Машины войны. Там будет туман, погодка не очень. Нормал. Короче, я всю игру буду бегать со своей боссаной мышами и шпагой. Выбирай, Миш. И все. Главное, чтобы харты поставил, все норм. F2. Это просто нечестно. Я не нажму F2, пока мне не склеят меч какой-нибудь. Да, это же из КВН, да, кажется? Ну, блин! Че, не выходит? Просто не выходит Данила Мастер. Миша, почему-то тебе засчитали проход первой миссии на уровне нормал. Так я знаю. То есть, как играл, так не засчитали. Я прошел ее после этого на нормале. С вами мне не засчитали прохождение из-за вылета игры. Ясно, ясно. Олег? А, подождите, я в печали. F2. Нажми. И печалься дальше. Огненный меч, вот нахрена мне огненный меч? Это для магички. Да! Бонич, когда ты ролишь айтемкой, они выпадают на все классы рандомно. То есть на любой, может, из классов тебе выпадет. Я понял, что, судя по всему, я буду с этим своим говном бегать до конца игры, потому что... Потому что. Потому что сегодня не мой день. Сорян, пацаны. Твой день был вчера. Да-да-да-да. Ну, если честно, то да. Зелье-то волшебный напиток, в отличие от простого лечебного. Зелье-то волшебный напиток, в отличие от простого лечебного. Миша, ну, охрененно полезная информация. Я считаю, что теперь мы игру пройдем на изичах. Миша? Да-да, я посмотрел картинку в чатике от Невура. Невур и Бневур. Совпадение? Не думаю. А что там? Что там пишут? А ты? Ну там про Спайдермена шутка. То есть, если тебя укусил паук, ты становишься Спайдерменом. Если тебя укусил краб... Ну да, да, да. Маневуром? Вот смотри, тут даже клешня нарисована на этом. Да. Причем это знак Вичхантера. Персонажа. Лепистоли брать, ребят? Да, я думаю. Не знаю, мне арбалет. Я уже вижу противника. Вот мне нравится дверь в деревенский толчок. Нет стен, зато двери есть. Ну, молодцы, ребят. Вот это вы вообще классно придумали. My heart will always go on. Let me speak from my heart. Я должен перемещаться по деревьям, как true wood elf assassin. Прыгай. Попробуй, запрыгни. Тебя сразу игра поставит. Перед фактом, что о, здесь... О, пацаны, гопота. Мочи гопоту. Давайте слаженно, блин, как обычно. У меня туше как-то немножечко разладился. Слушайте, тут налево идти или направо идти? Наверняка. Давайте разделимся. Давайте. Классик. Ой, ассасин. Миш, идем, я с тобой. Миш, ты куда? Давай, разделим. Там цепляют. Да, и что, Бонич, тут как бы народу много на меня бежит. Я с удовольствием, БСП, я иду к тебе на помощь. Ассасин сзади. Что-то меня утащили. О, КХП. Так, ассасин сзади, помните про это. Конечно. Сзади газовик еще. Ассасин. Газовик. А что-то ассасины какие-то странные пошли, ребята. Мне кажется, они больше не исчезают в облаке. Ой, да вот где он? А он снизу там. В облаке. Меня плющит. Это точно сложный уровень? Да. Посмотри на хиты БСП. Если бы не ты,
У него бы хитов было бы, ну, не знаю, процентов 90. Опять, блин. Ах, красавец! За клан, за клан. Короче, магу проще мечом воевать. Да. Чем с таким постом. Вот зашел газовик. Газовик. Да, снайперы нашли место. Молодцы. Ассасин. Он сверху газовик. Два газовика, ребят, сзади. У меня просто ваншот, и все. Вот он второй. Мне просто не на рейнже. Не на рейнже он был. Да ладно, я. Как ты так попадаешь-то? Газовщик. Да он же АОЕхой стреляет, Миш. Там еще пулеметчик. Еще, да. Газовщик там такой. Давайте вниз пойдем. Да пора уже, наверное. Я тут что-то о хилке думаю. Да, давайте вот смотреть всякие такие места. Нету тут ничего. Тупик. Определенно. Блин, у меня стрелы самонаводящиеся пропали. Еще туман. Что? О, справа, справа, бомба. А, нет, амуниция. А, патруль идет. Патруль, патруль, ребята. Светите, где? Патруль. Сверху, сверху вижу вон. Да ты откуда, крыс, появился? А куда он пойдет, как вы думаете? Сама к нам. Ну, давайте вот сюда вот идем. Направо давайте уходим. Сюда. Ну, вот, вот сюда вот. Да-да-да-да-да. Миша, ты где? А давайте, типа, мы такие же, как они. Оп. Интересно, на каком рейнже они агрятся? Забей, они спину-то не видят, поэтому можно идти спокойно. Там прямо какой-то огонек прямо горит. Прямо пойдем посмотрим, вдруг там всякие бонусы. Вот, например, один бонус. А, ну тут товарищ стоит с факелом. Син. Ой-ой, все. Да, Дим, плохая идея разделяться, на самом деле. Это из Сочинской Олимпиады, парень. Пойдем. Ой, ой, я упал. Крыски. Я пока хильну. Я тут случайно упал, и как бы на меня на... Ассасин. Капец. Как он перелетел. Да. Так, алло. Алло, это у Бонивора. Бонич, да, 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 я. Тебе твоя зазноба звонит. Скажи, я убиваю эти задации. Я на стриме, я ж тебе сказал, днем. А что такое стрим? Ты сказал, что на нем, но не сказал, кто это. Все сложно, господи. Так, что, вниз прыгаем? Ой, опять кто-то урчит. Это крысы урчат. Да? Ну ладно тогда. Так, тут секретный проход, пацаны. О, поушен. Но не сила. И бомба еще. Сзади бомба, да. Парочка крыс. Он еще прыгает. Господи, что я делаю в жизни? Мне 32 года. Нужно срочно какую-то мотивацию для себя придумать. А, ну, вообще, как бы, нужно с лолом прекратить. Да, я вот согласен с этой... Что? С этим сходом мыслей. Да. Нет, мне вообще нужно лежать на диване, смотреть футбол, так, пить пиво и это? Гонять там детей сопливых. А я... Вы слышите вообще, что да, кто-то да. Пошел? Волна, не волна, я не понял. Волна. Эй. Зачем ты их убил? Ну, ассасин еще есть. Разве не в этом смысл игры? Ассасин где там? Сверху, пацаны, смотрите. Давайте заходим сюда. Ассасин вот прям по курсу. Нифига себе. А вон, прям по курсу опять. Ну, это я, ребят. В смысле? Все нормально. Вы по него сзади. Не, но у меня все отлично. Спасибо, что побеспокоились. Сзади тебя, майдер. Пыталась изнасиловать крысу. Спасибо, но... спасибо. Supply. Ребята, да ладно. Все, и бомба. Да. Отлично, полечился.
Ну вообще до серого экрана предлагаю первый сапплай, учитывая то, что он единственный. Все верно. Так все это убежище что ли или что? Да нет, нет, на это самое начало. О, вот он. Ну нормально, кстати. Я первый раз вижу крысу-труса, он отступает и машет рукой. Какая-то дружественная крыса. Хилка. Где? Ой. Уже нигде. Нет, сзади никого. Боневур где-то хилку нашел, прикиньте. Музыка меня немножко настораживает. Да. Тут, но если знаю, они будут идти по одному, то в принципе мне такая музыка даже нравится. Там может играть хоть Глинка, все равно это не очень сложно. А, у меня патронов нет. Какая досада. Да, у меня остался один. Так, сзади. Я наверх пойду. А, всем надо наверх идти, наверное. Поднимаемся наверх. Ну там может быть тупик с ништяками. Нет, там нету там ништяков. Понятненько. А, газовик. Так, пока не вижу. Если подсветится, будет хорошо. Вижу. Ну, конечно. Ой, как хорошо. Ой, как здорово. Я, кажись, это при ударе молотовым молотом задел какой-то бутылёк у него. Какой-то нитроглицериновый. Возможно. Можно наверх? О, поганки. Ой, этот, Пакман. А, это не Пакман. Этот обычный. Хедшот его и все. Все. Иха! Или я так напрасно сделал, да? Мой став вроде как лечить должен еще. Да? Но он редко лечит, Миша. Но сзади. Очень редко. А, ну сзади Миша там. Я чаще перегреваюсь, чем лечусь. Да. Эх, сложность повыше, конечно. Это да. Да, давайте, чтобы реалистично, с одного удара мы умирали. На Friendly Fire. Ребят, сейчас пройдем на харде, как бы ставим первую... Сзади, 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 тыкальщик, тыкальщик. О, хорошо. Первую миссию просто да ставим. Да какого лешего? А можно на уже перепроходить? На уровне сложности, я понял. И все. А у них модель повреждений какая? Голова и все остальное или еще что-то есть? Кто? Блин, без сзади понятия. Меня 4 человека команды, и все равно меня проткнула проклятая крыса. Вот он, тимплейчик. Завезли. Ой, давайте на мост, давайте на мост. На мост, на мост. Ну, как-то это до первого газовика. Но мост большой. Еще вперед можно убегать. Мы ж не в новом рингуе, ну нам нечего газовиков бояться. И че, где они? Слоны бегут. Вон они, вон они. Вон, 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 вон. Миша, сзади занять оборону, спартанцы! А сзади чисто вообще все. Получи каналья. Что-то тут волна какая-то, не волна. Да, там не все дошли, видимо. Короче. Дайте, я отхиляюсь на них. Там кто-то спешл, по-моему, еще идет. О, да, пулеметчик же, если появится, то... Вот он, пулеметчик. А кто? Да где? Вот он. А, вижу. Вот он. А, все-таки он через блоки пробивает, негодяй. Отлично. Кто такой? А, это он. Да, там... Ой! Там ой! Уже... Не на мост. Ой! Не на мост. Там огр. Вот он, огр. Что будем делать? Я стреляю в него. Стреляйте в него просто. Крыса, крыса. Нет. Смотрите, сейчас он на кого-то побежит, на меня тот, кого он бьет, отступает, остальные. А! Да. Отступаем, тень. Так, Диана, тебя подхиляться, Бонич, подхиляй, Диана. Надо по голове его жарить, да? Да. Ох-ох-ох-ох-ох. Я подхиляю, Диана. Да когда ж ты сдохнешь-то, а? О! Ну, я куда-то улетел просто, ребята, и все. Причем я до сих пор жив. Да, я вижу.
Ладно, я буду до конца пинает, его, короче. Он пинает Диана, бейте, full DPS по танку. Он пинает Диана, да? У меня просто черный экран. Ой, газовик. О, газовик еще. Кто видит его? Слава богу. Пока нет, он справа, кажется. Вон он, а, так он был у него в желудке, да? И когда вы его увидели... Блин! Вниз, короче, мать. Надо БСП аптечкой полечить, меня убить этого газовика и меня поднять. БСП, поднимай Мишу. Ага. Отлично вообще. Ну ладно. Поднимите меня, у меня хилка, ребята, я вам заплачу. Он взорвался сам у Бонивора. Так, сейчас Бонивора надо поднять. Просто подошел и взорвался, как Бейлинг. Ну, бас, так, впереди вижу Диму, можно поднять. Он еще аптечка, поэтому... Да-да, БСП. БСП лечим. Я сам. У меня все в порядке, ребята, если вы беспокоитесь, то... Так, Миш, не агрите их, кто слева, пожалуйста. Ну, ладно. Понятно. Просто лучше по правой стороне обойти. Ну, ясно. Все равно вот крысы всегда сзади подходят. Да. Найдут Миша, они. Не отставай. Смотрите, этот гоблин. Мачи, гоблин, гоблин. Мэдисон? Где Мэдисон? Вон, три Мэдисон сапплая рядом. Да с ладно! Ой, я юзаю аптечку. Фух, Бонивор зеленый. Сзади, БСП. Кроме... Еще беру одну аптечку, но юзать не буду. Еще одна аптечка, ребят. Так, кого лечить? Пока никого. Да. Лечимся на серых. Поехали внутрь. Патронов бы, конечно, дает сон. Мы уже внутри, ребят. В этом бревне. Да, а я бы сзади бегут, поэтому я их... Амунишн, здесь патроны. Yes. Слушайте, внизу какая-то квестовая хрень. Лагерь и бочки по машин надо найти, какие-то механизмы. Блин. Gears of War же. Типа надо спрыгивать вниз. Давайте почистим сначала их. Погодите, ну у меня есть это... да. Рейнджовые. О, у меня уже 111. Нормально. А кто... Зачем спрыгивать? А вон, слева, смотрите, какой-то... Все побежали, я побежал. Так, нужно три штуки пока уничтожить. 0-3, да, у нас? Уничтожить надо прям? Уничтожить колеса надо Рока написано. Принести, наверное, больше. Чтобы уничтожить, нужно принести, да. Оригинальненько, оригинальненько. Давайте так, двигаться что, тогда. Побежали, да? Вижу бочку. Я не вижу бочку. Вон она. Я тоже вижу бочку. А я вижу и не вижу бочку одновременно. А, нет. Это бочку сюда надо принести. О, вон они, прям по курсу. Нифига себе, крысы какие продвинутые, а? Так, давайте сразу... Они... Нет, Легион они сверху. Призвать будут. Блин, мне не нравится, мы очень, очень засплитились. Я беру бочку. Мы втроем вместе, а вот я засплитился, да, все верно. Там секреточка была, судя по всему, но я не добежал до нее. Беру бочку. Понес. Только они в разные эти надо нести, учтите. А, да. Они ж... Блин, они ж последовательные, я даже не знаю, куда нести сейчас. Так, одну волна, сломали. Волна. Они квестовые, ну, в смысле, вот скриптовые здесь, волны. Вот здесь принимаем на входе. О, я вижу, где еще одна бочка. Попробую побежать глушитель туда. Глушитель где-то, говорят. Так, сзади, да, у меня. Поставил. О, ассасин. Короче, надо сейчас аккуратненько, ребят. Очень аккуратненько. Убил этого. Ребята, ко мне, пожалуйста, тут ассасин. Вот сейчас оно. Мы раз... А где ты? Я к вам подхожу. Вижу. Все, я подошел. Ну ладно, аптечку не надо, наверное, мне пока. До серого экрана аптечку БСП. Будет серый, восстановлю тебе все хиты. Или Бонивор восстановит. Нет, точно Майкер. Он специалист по восстановлению дружественных хитов. А, вас про... Ну ладно, Дим, меня... Ассасин включу. Сверху, ассасин, да, вон нет. Спустился только ребят, что. Ребят, мы из БСП идем. Пулеметчик, мочи, Майкер! Вы вдвоем там. Ладно, там патрули еще сверху. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно, мочи же! Все, пойдем. Да, у нас тут беда. Ассасин. Ассасин, да. Короче, я сейчас умру. А, я тоже, кстати. Все, ассасина. Блин, капец. Побежали. Ребят, очень вы где? Хочется умирать. А, вижу. Вспомнилось о маме,
Но... Все, Миша, да, держи. Очень много здесь народ. Я умер. Нас, мы там вдвоем лежим. Надо так, быстро им, туда идти. Бомба есть у тебя? Нету бомбы, я уже это проверил. Да там обычные, ну хотя ассасин может быть еще. Смотри, сколько, блин. Ну все. Дима, сражайся. Если повезет, сможешь меня резнуть. Я гуф, все нормально. Надо было аптечку взять, но там не было времени. Не, Дима не сможет резнуть нас. Дима, беги лучше. О, бутылек. Пей. Да, пей бутылек и беги. Не-не, нормально стоит, что-то крысы обычные. Он не успеет бутылек купить. Блин, гном какой мелкий. Просто в разные стороны раскидывает. Воу. Давай, давай, воу. Пей. Пей, 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 пей. Вон, можно резнуть прямо по курсам. Я не знаю, где это. Там ты за бочкой лучше беги. Там патруль, не беги туда, там сверху народ. А, не беги туда. Один обычный, Дим. Там один там... патрульный только, один стоит вроде как. Сверху там до хрена у него, посмотри. Я просто сверху не вижу, как туда прижать. Ассасин, Дим. Постарайся не останавливаться, просто идти вперед. Иди вперед, не оглядывайся. А, сзади, сзади ассасин. Понятно. А, эх, пора, пора. Не оглядывайся, главное. Не-не, он бы до меня добежал, это ж ассасин. Его нужно было... Ух. Он же не блочится или как? Как его там надо принимать? Его можно в прыжке. Надо доджить просто, да, его, и после этого... Или доджить, или ударом. Ну, в общем, шансов все равно мало. Вот мы зря разделились, на мой взгляд. Слишком быстро бочки поставили. После каждой бочки идет волна. И, видимо, там оно настакалось, и получилось так много крыс с разных сторон. Поэтому надо одновременно все бочки поставить. Ну, чем обидно, что у меня аптечка еще была. Вы уже как минимум два места пропустили, где могли лежать фолианты и гримуары. Старайтесь спасибо. Чекать все углы. Спасибо. Велес, ну, когда ты играешь там 10 раз подряд одну и ту же миссию, особенно нормально, спокойно идешь, это одно дело. А когда первый раз видишь карту в глаза и нас сразу на сложном, это сложновато. Мы стараемся, конечно, будем заходить в закутки. Не, но... просто тебе лучше надо было смотреть, как оправдываешься, неправильно говорить. Мы их не собираем просто, в принципе. Да, ну почему? У нас девайсы, нам же девайсы нужны. А то Бонич с мечом опять будет сомненно своим. Это девайсы, которые в конце миссии просто тебе лут увеличивают, и все. Ну да. Это для того, для тех, кто фармит. Понятно. То есть Велес фармила. Да. Это кто рассказывает? Это Дварф рассказывает или нет? Чей голос это был? Боярского. Давайте в туалет. Никого. Я ворону поджарил. Я, наверное, улетел после этого. Рейковальдский лес. За клановый килл, говорит. Так, ну что, какой план? Не вот разделяемся. Не разделяемся, да. Давай, ну, типа... Миш, мы с тобой вдвоем налево, а не направо. Ну, блин, вот ну... этот, патрульный. Слева. БСП сзади. Да нифига у него стреляешь. Ты задолбал. Командор? Ну, сейчас мы точно что-то пропустили. Я с вами разделился, просто да. Потому что... О, газовик, пулеметчик. We will be in touch. Слушай, о, он без головы. Без головы пулеметчик. О, а здесь еще этот легионер, да? Да. Ай. Перегрелся. Да давайте, смотри, Мишка. Он умирает смешно. Сзади еще подходит, да, ладно, ребят. Ладно, серьезно. Засада. Засада, говорит. Засада? Так, вот а зачем моя... мы агрим новых, если засада у нас? Я на них лечусь. Ну а что-то по твоему блин. ХП я не замечаю этого как-то. Там пулеметчик да. Где-то. Ой, как прикольно. Ой, зажали. Ой, дяденьки, не надо, пожалуйста. Слева сверху, кажется, пулеметчик где-то. Ой, для вас справа получается. Я вообще не знаю, где вы. Вон он, наверху вижу его. Да.
Миш, ты не добивай. Блин, как-то очень хреново. За мной там немножко народу бежит. Немножко. Было прикольно, если бы мне. Это хлопанули. А, он уже лежит, мертвый. Да. Блин, меч. Ладно, побежали. Что-то вы как-то с хитами себя плохо. Ну, плохо у вас с хитами, в общем. Аптечка. Смотрите, аптечка, да. Была. Кто-то подобрал. Миша, не отставай. Ну, я пытаюсь на крысах отличиться. Получается? Не очень. 7%. Попробуй бальзам, Карл. Попробуй бальзам Битнера. А, тактика из Скайрима тут вроде работает. Вон. Еще Мэдисон? Это Поушен. А, здесь. Я взял. Еще? Короче, а, можно, да, это можно залазить Миша прям по скале. Не идя в обход. А чего там убиваете кого? Это ты. Мы обыскиваем нычки, чтобы найти все фолианты. Все фолианты. Нашли время. Я буду... О, ассасин сзади, кажется. Максимальных хп, чтобы было интереснее играть. Видите его, нет? Да. Вон он полетел. Ассасин сзади. Миша, за... Еще три крысы, еще да. Один ассасин. А сколько ассасинов тут вообще на единице? Да ж какого черта? Козлы. Это я ассасин. Какого черта они меня убивают? Рыбак, рыбак. Это дуэль ассасинов. Ну, одного я как бы нормально раскайтил, а тут второй сверху как прыгнет. Ну да, Аня. Вообще их было трое. Ох, Шмидт рассказывал о дворе на лавочке. Где все? Нифига себе вы быстрые какие. Сердечко стучит. ХПшечки нет. Я просто бутылек, даже не хиляш. О, да как? Нормально, БСП. А я что похиляться? Закрыснуло факелом. Факелом. А он, ассасины этого не переносят, когда их факелом тычут. Это единственная моя слабость. Да. Еще у меня слабость, когда меня тычут другими предметами. Да, интересно. Можно подробнее? Черт. Нет. Где это ассасин? Да сверху сейчас прыгнет стопудово. Да ты почему не умираешь? Же должен был умереть еще в 73-м. Борис! А ты что здесь делаешь? Тут ничего нет. Точно? Точно. Пусто. Неужели ни одного секретного фолианта? Ни одного. Эх. А как же ассасин? Мы его что, вроде не убивали, нет? Ну, он где-нибудь сверху окажется. Смотрите, патроны. Сейчас БСП потеряем. За что? Оттачиваю туше, ваше превосходительство. Ка. Ой, на, вверх. Буга. Буга, да, атак. Такое ощущение, что дети... Кажется, сзади будет. Кажется, не ясный. Так, я очень близок к Гуфу. Да, сзади бегу. Сзади, я сзади. Спереди. Узкий проход. Узкий проход. Миша, чуть назад сдай. Миша, танки не танкуют, ДПСера не ДПСер. Пользуйтесь блоком, господа, это очень эффективная хрень, как выяснилось. Ну где же моя хилка-то, господи, уже вот столько народу. Немножко бежит, вижу, но вижу, пока, вижу. Пока без проблем, да? Вообще без проблем. А кто пропустил? А, тут два прохода, да? Нет, нет, не два. Вообще не отхилялся. Ни на толику. Да, это все нагнали тебя. Такое. Короче, впарили какую-то китайскую хрень. Да, я его грейдил причем, тратил на него. Он меня не лечит. В курсе, что ты должен убивать. Да, а это я ваншотаю это... дуплетом, так, бабах. Ассасин где-то. Прям по курсу. Угу. Пакман. Пакман. К вам залез. Да, да, именно. ГСРЦ? Да, ГСРЦ.
Он либо сверху, либо дальше где-то. Лучше бы он был дальше где-то, но хотя бы по звуку. А надо Т-шкой обычно же просто навести и нажать, не надо зажимать ее. Не, не надо. Нет. Ой, сзади, сзади, сзади пулеметчик. Вот он. А нет, Газман. Газман как раз. Я перегрелся, но зато его убил. Не будем спрыгивать, проверим. О, там ребята этот. Кто? А, с мешком. Че, я спылил его? Нет еще. Так ты где его нашел вообще? А, нет. Ой, эмбуш. На мост. С мешком, на мосту. На мосте. Нет, это не он. А, это он. Да. Да ладно, он не умирает. Он просто отступает. Поэтому... А, ну уже убит, взяли, да? Кулиантик. Кажется, я взял... Там этот... Квадратный у кого? Сзади, Миш, будет. Давай, Миш, да, я... Да, сзади. Отхильнуться бы, а? Обман, короче. Это обман. Это вот лечение 7%, это просто маркетинговый ход. Напарили, короче, как 90-х стиматизации, да? Да это ужас просто. Я убиваю их пачками, ни разу не хильнулся. Ни разу, Карл! Пойдемте. Там заспавнится. А вы так что сзади меня бьет? Где халфа? Так вы отступите на мост. А зачем вы так далеко? Там ассасин еще. Да, еще сзади есть. Меня завалили. А вас завалили? Ну зачем вы ушли? Зачем? Как бы, я не понимаю, зачем вы пошли с моста вперед. Я пошел хиляться вообще. На мосту должны были, а я тут хиляться пошел. В сторону моста прикрывал. Миш. Что, хил, что ли, завезли? А, нет, не хил, это не хил. Это был не хил, да. Это был не хил. О, спасибо. Видишь, подхилялся. Сработало 7%. Опять ассасин, да? А есть у кого еще хилка, ребята? А может и нет. Нет. Укрылся. Это был не ассасин. Мы скоро дойдем до места, где масс хилок будет. Это радует. После бревна, кажется, оно как раз и будет. А давайте аккуратненько по правой стороне. Я чувствую, что здесь секретка. Чувствуешь? Когда чуюсь, ты так говоришь, я знаю, что ты просто там 8 раз уже, короче, был. Не, я, кстати, после того, как мы играли... Блин, как страшно-то, господи. У меня такие... О, пацаны. Ребята, реально секретка. Ой, вот это я его принял, вы видели? Да, очень круто, очень круто. Сзади, Бонич. Да, ё-моё. А ты видел, Мишек, да, я ему всадил в глаз? Нет, не видел. Все, теперь мы обязаны пройти, мы подобрали кубик и том. Это уже успех. По правой стороне идем лучше. Ладно, там секретку не будем проверять. Там, наверное, хилки бесполезные лежат. Да, забей. Да. Пойдемте за хилками. Помните, что у вас бутыльки еще. А у меня бомба есть, кстати. Я чувствую, что эта шпага такая отстойная. Вон хилки, хилки, ребят. Хилочка. Бонивор, бери, лечись. Давайте тут осмотрим. Ну это одинокая хилка, это не та, о которой да, я говорил. Да, это не та хилка, но как бы она есть. Сейчас Бонич полечится. Отлично. Ребят, давайте вот эту миссию сейчас просто вот возьмем и пройдем. Вот неожиданно. Ребята, еще куча хилок. Три хилки. Патруль, да. Назад, может быть? А, да, лучше давайте отойдем назад. Бомба, если они что прям, есть. Они прям по трубе идут. Лечился, давайте по сюда. По трубе? Да. Ну внутри, где мы должны проходить. Бонич, может назад немножко? Ты и я, говорит они, да? Да, это песня Агутина. Ой, поют. Я, кажется, поджег кого-то. Сзади Бонич. Ой. Миша, да. Прячемся за бревном, короче, все. Бонивор, стой. Гному даже приседать не нужно. Прячемся за тобой. Да можно все. Проходить уже. Побежали, побежали. Короче, масса аптечек. Сейчас у всех будут аптечки. А у меня две, ну я понимаю, фолианты, две аптечки, три давайте аптечки, короче. Давайте я хильнусь и потом... Зачем сейчас это делать? Все, все распотали. У нас все слоты заняты. Хорошо. Давайте заходим. Куда заходим? Теперь главное не отдаться. Бревно. Я да, сквозь теперь стуры. Смотрите, давайте по одной бочке и вот спокойненько там действовать. Взяли, один взял, трое прикрывают. Окей. Принесли профит. Сейчас не прыгайте, сразу же расстреляем мелочевку. Патроны. Кому? Ай, нету патрон, в общем. Взял вон, слева можно расстрелять, снизу можно расстрелять.
Да они тут будут спамить, по-моему, очень быстро еще. Сзади, что ли? Ой, газовик сзади! Нормально получилось, он даже не взорвался. Сзади, 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 пацаны находят. Ну, тут нужен кто-то милиционер. Ребят, я в дереве буду стоять, а не пропускать. Могу поменяться с кем? Не, нормально, нормально. Никого нет. Все вроде бы. Предлагаю спускаться и сразу идем налево. Тащильщик, тащильщик, ребят, тащильщик. Где? Аккуратно. Справа. Справа, он уже идет. Давайте, мы спрыгнули вниз. Тащильщика затащили. Пулеметчик где-то. Не вижу. Справа, а, вот. Сверху, вижу, вижу, нет. Вижу. Блин, тут еще крысы. Блин, они здесь. Капец. Я упал. Все побежали, короче, за мной. Миша. Короче, ребят, я, наверное, подлечусь. Сзади, 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 я возьму. Все. Я лечусь. Побежали все вместе. Все вместе. Побежали. Черт, я тебя проверил. Кто бочки таскает? Вместе точно? Вместе точно, за бочкой, по крайней мере, за первой. Отошли, отошли, волна, 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 отошли, отбились. Вот сюда, идите сюда. Сюда, пацаны. Мы на месте стоим, нет? Пока да. Нет. Ребята, там нет, нету газовика. Тут просто все в газе, в зеленом. Ну, пойдем уже бочку, короче, возьмем. Да, давайте за бочками. Охраняем меня. Назад все, да? За БСП. Да твою ж да, налево. Да, да. Они вокруг, какой-то. Понимаете? Вокруг. Я за БСП бегу. Давайте за БСП, Миша, отойдешь? Я отстал, да. Миша. Я сейчас за второй бочкой кстати. Бежал, поэтому... Все давай. Нормально. Я тут... А сколько их нужно? Три. Волна, вот, отошли назад, Дима, Дима, назад на мост. Идите сюда ко мне. БСП, БСП, БСП. Вот сюда вставайте. Где мы все? Отошли. О, да, хорошее место. Я справа буду. Саша, что ж вы меня пробиваете так? Так, сейчас вот эти добегут и следующую бочку берем. Не все, побежали, я следующую бочку беру. Давай. И бежим вот сюда, вот ко мне. Она следующий. Мне покажет сюда. А. Показывается, да, тебе хорошо. Охренел. Вон она. Ребят, газовщик на лестницу пошел. Я за последней бочкой бегу. И это скальчик идет сзади. Ассасин сзади, Дима, еще где-то. Да, да. Нет. Волна еще. Да. Обратно. Ребят, под мост. Там под осторожно, наше, сейчас будет двое. Сюда вот. У меня есть еще бомба, если что. Но... У меня тоже. Я справа. Ассасин, ассасин, меня. Они всех. Да блин, сколько вас здесь, а? Все? Давай. Может хильнете меня немножко или нет? Не, не надо, не надо. На серых похиляемся, ассасин. И справа ассасин, мне кажется. А, нет, да, это давай умер. Давайте ассасину сначала. Да. Я, короче, бочку уже взял. Поэтому давайте, пацаны, как-нибудь попытайтесь, чтобы я выжил. БСП, ребята, да. Все БСП. Здесь. Я не могу, на меня напали. Меня бьют, меня сейчас убьют. Ай, ну пацаны, почему? Блин. Отойдите от бочки. Меня замочили. Твою налево. Вижу труп один. Лежит. Пока не снимай его. Скоро им станет с хилкой, между прочим. Советую хилять его. Все, подняли. Паневур, сразу лечись. Я бочку беру. Сейчас я пытаюсь. БСП. И все за БСП. Все забыли. Передо мной кто-нибудь один бежит, бегите, потому что я не могу. Если они по мне ударят, бочка взорвется. Я побегу. А, здесь, кстати, поушен. Кто-нибудь может взять поушен, он такой. Идемте. Идемте, Миш, ты там нормально, да? Ну, да, да. Ну, одной так, кучки и все. И вот сейчас вот где-то тут будем. Давайте... В этот проем, волна, где волна. Будет... И здесь вам бы отступить немножко, вниз. Ребят. Вот сюда, за мной, пацаны. Видишь, побежали к БСП. Да? Скорее. БСП там. Бегу. Иду. Там сверху. Броняться проще будет. Поехали, мы здесь.
Заходите. Я боюсь, они не добегут. Тут еще бомба лежит. ЙОПРСТ. Хорошо, что они в другое место бегут. Просто мимо меня. А нет, не все. О, неплохо. Что-то Миша, ты куда побежал? Ты не туда бежишь. Да, я понял уже. Ладно, давайте выходим из лагеря. Я не знаю, правда, как, но... Мишу нужно спасать. Да не, не, оп, да. Блин, да как ты оттуда? Я в тебе... Давайте, все к Мише. Я наверху, да. Откуда я мы прибежали? Один несчастный крыс. Да. А, сзади. Сзади ассасин. Спасибо, Дим. Еще ассасин. Поднимайте БСП и хиляйте его. А, у меня хилка, да? БСП. Мишу надо было хилять. Да не, пофиг. Хотя у меня книга, поэтому... Куда идем? А, вот, открылись ворота, да? Кажется, сюда нам. Я думаю, да, скорее всего. Да, вон, да. Огра еще не было. Если еще огненная бомба у меня есть, так что... Тоже бомба есть. Сейчас людей немножечко. Мне, кстати, надо ее знуть как можно быстрее. До смерти. Доберитесь до реки, ну, началось. А от реки доберитесь до... Потом будет от реки доберитесь до пруда, потом... Олеся вас снова довезет. Белого лебедя на пруду, отберите у него павшую звезду. Место для засады, вот, ей-богу, каньон такой. Да, очень полезно. Давайте, подождите, вот, проверим, может быть... Нет, здесь пусто. Я... Пулеметчик. Где? Где пулемет? Сверху вижу. Ай, больно. И крыша. Тащильщик. Хорош, Бонич. Блин, вообще дает... Выжил. Так, много крыс разных. По звукам сверху падают. Давайте по краешку идем вот здесь вот. Да, ёпрст, ну как так-то? Дим, Бонич, вы что-то там... Мы, ну так, а сзади... Панивор, давай. Диви дает уже третий стрим. Но сейчас мы не должны отдаться, просто невозможно. Нельзя допустить. Тихо, БСП, нельзя говорить невозможно. Ничего невозможно. Нет, Билан же пел. Ой, ну после этого нам такие айтемки должны дать просто. Белые. Направо или налево? Белые темки и нашего класса. Налево, но могу прийти к вам направо. Уже, ну, ладно, все, ну, налево. Все налево. Просто направо врагов вроде не было. Так это ж хорошо. Крыса, сзади. Так а чё, пошли налево-то тогда? Ну так что слева враги, а вот уже двух убил насмерть. Давайте откатим сюда. Ой, назад. Танк. Назад. Две бомбы, помните пока про бомбы? Нет, пока нет, это не огр же. Огр же вроде, нет? Огр. Я не вижу его. Когда увидишь... Вон он... А, нет, не вон он. Я слышу его. Просто тут неудобно. Готов, кидаю. Да, Роберт, черт! Наступаем назад. Стреляем. Назад. Сзади крыс еще, блин. Фулл ДПС, Бонич. Так, ну, я лег. Меня не надо, наверное, поднимать. Ну что это? Ладно, давайте покайтим его. Давайте выйдем на этот. Короче, из коридора вливаем. Я побежал, он за мной бежит. Ассасин. Да твою мать, ну конечно! Я попробую. А, не, все в порядке. Я пытаюсь выбраться, там очень много народу, до меня бьют, я прорваюсь. Что дальше делаем, ребята? Меня. Мы возвращаемся к этому. На мне идет. Блин, я все. Откачивай. Откачивай. Понимаешь? Да. Перехватывайте. Я в окно попробую его. Почти заковыряли, я думаю. Почти ничего не потеряли. Пацаны, давайте, по красоте. Пока исполосовал, говнюк. Этот рейтинг. Меня будет стрелять. Ой, что делать? В меня стреляет. Вы можете выходить и убивать его, он в меня стреляет. Молодцы. Хилочку, давайте. Да? Назад. Нет, они ж не туда идем. Здесь есть какая-то. Вот, смотрите, хилочка была. Извини. Да. Пей, конечно же, потому что, блин. Потому что я ее сначала поднял, а потом. Так, ну давайте идем, короче, вон туда. Явно. Да, я вижу, там на свет можно идти. О, тут тоже хилка. Ребят, я выпью. Я серый. Да. Ой, как похорошело-то сразу, а? Так, надо было поушен на огра, кстати, использовать. Не знаю, что ты ступил. Я использовал свой.
Мы две бомбы, да, кинули в него сразу же? Да. А ёлы палок. Давайте нагрим тех, кто бежит. Блин, зачем? А он бежал уже к нам. Принимай. Вы там? Ну мы пока здесь, да. А ты, Том, тут. Проходим, проходим, проходим. Вы где? Я иду за последним. Все, нормально. Я просто куда-то побежал. Ну и здесь все. Да, ну вроде как, ну блин, это конец должен быть уже. Ох! Готово. Еще один командир, что ли? Да. Ну, один на один я его вообще без проблем убиваю, потому что у меня обычная атака, армор пирсинг по голове по одной цели. Ну, должно же, там деревушка, блин, какая-то еще, что за бред? Нам река нужна. Да, ну, река, вон река, я вижу воду. Сейчас первый раз, кстати, лечение сработало. Видишь, все-таки работает. Работает, да, получается, что работает. Блин, мне так плохо. Ой, там пулеметчик. Заводится. Не завелся. Так, а как спускаться тут? Просто по правому, по левому. Вот, смотрите, за Мишей можно. Да, можно. Но это непонятно, как тут. Короче, я спускался. Давай, уже. Давайте, смотрите. Вот а там. Вы где? А, вы вон там. О! БСП ушел далеко. Я раньше спустился просто. Угу. И нам, скорее всего, туда... Вниз, 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 вниз. В какую сторону? Я там немножечко другой. Отрубил человеку голову. Не-не-не, Дим, не туда. Не вот туда, да. Хорошо. Газовик. Где? Волна. О, да! Акманы еще. Хорошие, прямо. Кого рейнжовые сразу их? А, отлично. Их всех. Так, так давайте здесь попервацы, где вы? Вот они вы. Ой, блин. Ну ладно, поехали. С какой стороны? Прямо, да, идут? Встанем и так, все. Да. Блин, так далеко зашли, нельзя уже. Короче, я просто буду бегать вот так вот их по кругу, чтобы по мне не били. Сзади кто-нибудь наблюдает? Да, я периодически поглядываю, так сказать. Я предлагаю идти прямо вперед через волну рубиться. Да. Мы так и шли. Дварфы так и ходят. Осторожно, так кто-то отстал. БСП. Аккуратненько. Я сзади, не отстал. Сзади. Блин. Сердечко стучит. Да, у меня вообще оно стучит так, что... Там наверх? А, нет. Контролим, контролим, ребята. Танки танкуют, ДПСеры ДПСят. Хилеры хиляют, желательно, конечно. Я тоже сейчас полечился только что опять. Второй раз за игру. О! Эй, вот это у него удар, конечно, да? Да. Вон там уже причал, я вижу. Разве это удар? Вот удар. Дождь пошел, по-моему. Нет? Или это водопад? Вон, он там. Кажется, нам сюда. Нам направо или налево? Я думаю, направо нычка. А слева... Давайте в деревню. В деревне точно что-то может быть. Блин. Давайте не делиться только, блин, вот так вот. Так, вы куда пошли? Не туда, куда ты. Ой, блин, ага. Все. Направо или налево? Давайте я направо. Я думаю, направо обрыв там будет, скорее всего. Направо нычка, скорее всего, какая-то будет. И тупик. Да, возможно, свинья будет с хилочками. Я завалил Хавронина сало. Ничего тут нет. Ну вот здесь есть закуток вот такой. Да, есть поушен опять. А, просто поушен, да, ерунда. Ассасин. Ага. Я фолиант подобрал. Город. Фолиант подобрал? Топ Ванивор подобрал, да, прикиньте. Это не фолиант, ребята, это Том. Фолиант. Вон он. Вон он. Когда... А, меня с фолиантом. Вон, еще один ассасин. Еще один, да. А куда, как? Так, я сейчас умереть могу уже, учтите. Вон! Меня, ну и понятно. Ну, главное не БСП. Да. Нам нужно живыми всеми дойти. Давайте прямо и вот в тот дом. Да, потому что у меня Томик, и это не очень хорошо.
Да, это Томик. Я очень понимаю. Хочу еще раз. Любым другим товарищем. Сзади Ассасин. Волна. На мост, на мосту отбиваемся спокойно. О, их дофига. Бомба есть? Нет, бомба. О, все. Поднимите, пожалуйста. Нормально, нормально. А, БСПУ? Реально дофига. Если кто-то может поднять, поднимайте, потому что вы не отковыряетесь иначе тогда. Я попробую поднять. А тут сзади больше никого нет, так все нормально. Живем. Я сразу в атаку иду. Да, все. Подбились. Идем. Фух. Там, ну, конец же, да? Ой, там это, там газовик, кажется, справа. Черная мать, мать ее. Вон. О, вон он, вон он, вон он. Газовик. Видите? Когда-нибудь закрыт. Я отрезан немножко по газу, пройти не могу. Пока жду. Все, газ сделан. Хилок нет. Вот туда волна. Очень-очень мало хп. Дерусь как лев. Так там уже указатель, мы можем дойти же, в принципе, да? Давайте за домом пойдем. Дима, не по главной улице. Аккуратно. О, хилка сработала. Не по главной улице, не по главной площади. По главной площади? Будем заходить, смотреть, может, хилочки будут какие. Ну просто... Где? Это блин. Кто был? Смотрел? Дим, давай не будем сейчас, вот, не самое удачное время. Так я с вами к вам пришел, и меня вы, ну, в общем, вас и завалили. Блин, смотрите, стой. Там медикал саплай был. Где? Банивур. Где Банивур? Да. Банивура лечите, да. Я здесь. Меня потащили? Ах, блин. Ты твою мать! Это минус БСП, надо БСП сейчас поднимать. Нет, я еще не умер. Банивур, ты где? Да, ребят, знаю. Давайте не будем тормозить, лечите кого-нибудь, и все уже. Все. Едем дальше. Все, поехали, я Это же бесконечная, блин, тема. Ассасин где-то. Так, давайте возвращаемся. Ну-ка, ладно. Давайте сначала этого уберем. Убираем. Это причал, кстати. Там надо сейчас будет скорее... Тут газовик внизу. Не вижу. Миша, не прыгай только. Он за домом. Да. Тебе, Дима, идет этот. Отлично. Да, спасибо, что предупредили. Давайте выходим как-нибудь и... Миша, давай спрыгиваем. Ладно, спрыгиваем. Чё. Хотя... Справа от Миши может быть газовик. Ух ты, тут смотрите. Погреб, я в погреб. Все в погреб. Быстро погреб, все вижу. В погреб, Миша. Закрывай. Да что вы это дверь. Самое? Ничего тут, нет, блин, тут ничего. Ну тут можно сидеть. Давайте жить, да, здесь. Сигнал подойди. Я застрял. Я думаю, здесь можно прятаться. Давайте выходим, а, ребят, ну пора уже. Давайте уже, давайте. Ну давай, короче, нет. А, Дима, звони в колокол, если что там надо, если что, обратно. Газовик у меня. Если что, в погреб сразу. Справились с газовиком. Позвонили? О, и это ж палево. Да, и в погреб, реально. И в погреб, все в погреб, быстро. Что? О, защищайте. Короче, позицию. О, погреб. Пофиг, в погреб, пацаны, пофиг, возвращайтесь, Дим, возвращайся. Если надо погреб. Будет защищать, то... И закрывай его. И закрываем. Все. Ой, тут мы и ляжем. Так, а вдруг там убьют что-нибудь? Хэштег отвага и храбрость. Рэтлинган. Вот же доблестные ребята, спрятались идут. В погребе. Они проходят сквозь, волхак! Главное, чтобы сзади не прошли нигде. Сзади, кстати, проходят. Не проходят. Нет, проходят! Сзади я прикрываю пока. Пока один сзади? Только. Через дыру. Дырку. В стене там. Там один стрел, ой, бери, посмотрите. Их трое здесь. Но я принимаю их, вроде. Ладно, то есть два входа только. Получается, да. Так, я просто к Мише подойду, посмотрю. А, да, вот они через эту маленькую дырку. Там Миша, еще... смотри. Так, мне сейчас один удар. Ой, один удар, и я тоже лягу, Дим. Я лег. Дим, убейте двоих. Там они идут постепенно. Ой, не постепенно. Эх, все. БСП, давай. Ой, Бонич, давай, ты... Боже мой, как же это, как... Ну мы вот так далеко прошли. Капец. Кстати, вы центр не удержали, как так? Ты с центра ушел вообще, ты к Мише пошел уже. Да джанглера не было у нас, джанглера, ребята. Опять, Банивур, что такое с тобой? Что не так? Все не так. Счет у меня 3, у вас 4. Ой, блин. Но это лучше, чем мы там... Хотя можно было кайтить, конечно, по площади, как вариант. Да нет, там тут нормально было просто... КП мало. Лучший вариант, просто у меня один удар, и все, и меня убило крысом.
А посох мне не дает возможность постоянно на дистанции сражаться. То есть я должен мечом махать. Ой, ну это прям очень долгая карта, прям. Да, какая-то. Это сложно. Дольше, чем первая, по-моему. The Skaven are up in the ante. Ключевым решением стало завязать аптечку на Бонича. Да. Так, а там в любом случае хоть на кого мы юзали бы, мы бы сам... Нет, если бы завязать... А кто динамит... стреляет? Кто по... Эй! Пулеметчик уже на респе, нормально. Интересно. Господи, что за такое? А, меня почти убили! Вот это нужно Fail Edition по-любому. Стоят еще пафосно так, десант. Знаете, я почувствовал себя у стенки в 37-м, если честно. Я пошел, короче, пацаны, нафиг так жить. Давайте сюда, сюда, висим, висим, пацаны, прыгайте все. Давай, вставай. Прыгайте. Давай, давайте, да пойдем. Не надо, нет, какое нет, пойдем? Пойдемте так, пойдемте так. Пойдемте так. Пойдемте так. Выход силы быстро, надо... Знаете, есть... напоминает, когда алкаши пытаются с мостика в реку прыгнуть. Ребят, что вы, как это, как дети малые? Пойдемте. Так у нас уже... Это мы, Дима, чтобы проще было крысам, если что, вдруг. Давайте. А мы так не умрем, что ли? Нет, конечно. Блин, я думал, что это сейчас просто... Ладно, идем отдаваться тогда. 13 просто мало хп, да, будет, и все. Да, как бы пробуем пройти. Нет. Нам от аптечек. Мы Диану просто это поинты набивали за резки у нас. То есть он нас спасает, получает поинты. Разве? Да. Ну, больше нет. Тех спасал. Давайте отдаемся, пацаны. Не надо сражаться. Эй, Миша, мы сейчас. О. Да? Смотри, как... это ж уровень сложности посильнее. Кто хотел себе уровень сложности посильнее? Вот. Пулеметчик на респе. Ванивур в команде, пулеметчик на респе. Было прикольно, если бы танк еще был. Танк не так интересно. Блин, мы почти прошли, а? Да, минус мораль какая-то. Гасман. Газманов. Каково этому пулеметчику? Он подходит, видит, стоят в АФК. Газман у меня. Сейчас расстреляю. Начинает стрелять и не добивает. Блин, с одного удара не умирает сильно. Я предлагаю репортить пулеметчика за анманерство. Диан, иди сюда. Я не там. Я... Ну, стой на месте. Я имею в виду. Спасибо. Реальный уровень такой большой. Просто. А где вы уже хилки-то надыбали? Вот тут где-то хилку надыбали одну. Вон, смотрите, еще бомба. Ну, бомба тоже неплохо. Сзади этот пулеметчик. Нет, газман опять. Ладно, поехали. Давайте двигаться. Да, давайте как, по-моему, обычно. Просто бежим вперед и все. В этом случае мы нычки не обыскиваем. Нам так... нужно в нычках хилки искать. Ассасин где-то. А вон он за Бонивором. Нормально. Маневр, пойдем. Понятно. Так, камин. Мы можем вот у стеночки стоять. Сверх они тоже будут. Правда, могут спрыгивать, но. А мы можем на стенку залазить в курсе, смотри. Короче, там. Смотрите. Не ясно, пока не нужно. Ой! Давайте вот на этом месте и будем. Там танк идет, вы в курсе, да? Ребята, вниз. И поближе к центру, вон он, танк. Это что, произошло сейчас? Да. Танк прилетел. А, блин! Ну ясно. Понятно. Ой. Он за мной, да, бежит? Не, он за мной бежит. Я не пойму, а чё их так много? Причем он еще и своих. Он после волны к нам это. Да. Ох, как он меня. Ой, как все плохо. Ну ясно, понятно, короче.
Поднимайте, Миш, подними. Конечно, подниму, конечно, подниму. Поднимай меня скорей. Тут еще таскальщик. Опа. Все, я мят. Спанул. А нет, смотри-ка. Я живой. Давай, он за мной бегает, а ты поднимай. Да, я пытаюсь. Здесь палево так. И... А, Боневур уже кончился. Боневур... Опа, уже... пара, папа, там еще стадо просто пришло. Стадо. А, да, вижу. Но он... Понимаешь, это стадо от него же отходит. Ну, умирает. Да? Что они все у него, пока живые, у поэтому... Ох, вот это хороший фаербол был, Миш. Это не фаербол, это так. Если бы оно еще лечило, понимаешь? Ах, ВСП, кого-нибудь подниму. А, нет, все в порядке, Миша жив. Я подниму, подниму. Угу. Главное, чтобы он... Опа. Ой! Я поднимаю. Нет, 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 Дим, не поднимешь. А, поднял, да? Поднял, поднял, короче, порядок. Все, ты разозлился, да, БСП? Ну давай, беги на меня, беги. Ой. Он злой. Я тоже. Отлично. О, молодца. БСП килд огр. Но. Шикарно. Шикарнее. Да, посмотрите на хп теперь, да. Просто. Бонечка, там мы к тебе прибежим сейчас. Я не скучаю, ребят, все хорошо. Еще бы ты скучал, да такой экшен идет. Да-да, я полезался. А, так он даже и здесь. Да-да-да, надо его. А теперь смотрите, можно залазить, короче, не это. Не-не-не, пойдемте, там аптечки могут быть. Зачем? Так, давайте просто вот... Просто вот вместе бегать, вместе, потому что... Интересно, да? Да, команда, эй, делался. Мы сделаем это. Давайте вот эти углы рассмотрим. Давайте вообще тут останемся. Смотри, тут организуем свое посещение. Опа, и бутылек, к сожалению, обычный. Все равно неплохо. Стрэнджи, я буду очень сильный. Мне кажется, что ты лечишься, когда они от огня догорают, а не когда ты их ваншотишь. Но все равно как-то редко получается. Так и так. Сзади хватальщик. Шмаш-шмаш. Гасман. Гас. Ох, как он красиво летит. Не вижу. А сзади что ли? А как он так? Он по крутой. Тут аптечку вы пропустили, но я ее взял. Понимаю, Миш, аптечки. Я просто пытался ВСП могу подлечить. ВСП, ты где? Да, ВСП нужно проконтролировал, что там. Это Боневур вообще. Не, я так давно не стримил, что я уже начал что-то. Так, вылечить себя лефт, вылечить дозорного в райт. Отлично. Потерять возможность речи, дар речи. Ага. Блин, как это хрень с хп. Все равно. Оп. Пусто. Бутылек просто. Два бутылька. Силы. Командир, тотал. Ох, нормально. Врезал кто-то. Ну, командир, вы друг друга, короче, убили. А, ну, возможно, просто если командир, то я его убил, да. То есть, возможно... Ну, так там написали. Командир килл Диан, Диан килл командир. То есть, все нормально. Делитель друг друга, нормально. Давайте на мостик. БСП, аккуратно за тобой бегу. Я слышу. Все. Нету? Одна хилка вот эта, бутылек был. А, не, ну это неплохо уже. А, Бонич, а могу тебе дать ее как-то? Я, да, пускай серый экран. Поэтому такие бутыльки нужно было. Идемте дальше. А что за бред? Почему бутылек нельзя давать? Ну вот, это особенность бутылька. Бутылек. Он прилипает сразу? О, смотрите, хилочка. Аптечка, вот можно... Будет потом подлечить кого-нибудь. Меня, например. Да, за клан! Да. Снимается, нужно, наверное, хиляться. За клан дерусь, как пацан. Ребята, ассасин, судя по всему. Да. Он, скорее всего, патруль.
И сверху идет, стопудово. Давайте так, налево он туда. Назад. Сейчас а что налево-то? Ирю. Вот здесь вот есть вроде место. Командир. Угу. Вот здесь вот хорошо вроде нет. Ой, ассасин. Опа, привет. Убили. Слушайте, а тут секретный ход какой-то куда-то. Да, давай проверим, вдруг там этот. Это к другой стороне моста, наверное, ко входу. А, с другой Ого! Стороны. Да. Ничего себе. Пустой сундук. Здесь амуниции, сундук. А может, можно тут подняться хитро? Ну-ка, погоди. Не, навряд ли. Надеюсь, они не сюда идут. Это странный маршрут для патруля был бы. По-моему, они прошли, пойдемте. Ну, нормально, зато амуниция у всех. Активировал премиум на ваш канал. Так, а где выход-то? Тут не понять. Ну, за мной идите и все. Смотрите, где я. Миш, видите меня? Миш, смотри, дворф стоит. Смотрите. Да, да, о, нифига себе. Тут можно подняться, говорит Виллис. Ну вот я тоже, мне кажется, по-скайримски можно тут залезть. Виллис, можно подняться, ну, ясно. Значит, газовик и ратлинган. С гримуаром, но гримуар нам не нужен, спасибо. Не-не-не, нам это все. Команду сипу. И рейтинг, да? И рейтинг, да. Да, вон он. Да, блин, сзади, что ли? Не-не-не, спереди. Спереди, спереди. Ой, господи. Тяжелая, конечно, игра. Тяжелый трай, точнее. Поушен скорости. Еще один ратлинган. Блин, а я... По мне стреляет. Нагретый. Сейчас. Отлично. Внизу ничего нет. Так, самое сложное у нас это бочки, да, и потом выжить. Да. И потом еще раз выжить, и потом еще раз выжить, да. Самое сложное, в общем, выжить, даже не бочки. Просто выжить. Миша, сзади тебя сейчас один подойдет. Вижу. Засада. Я предлагаю себя на самые такие места, где много-много крыс. У меня очень хорошая ОЕ атака. Ну так ты смотри. Ой, сзади, блин. Ребят, сзади я не смогу контролировать. Так мы тут я все. Лучше. Реально много. Было. Да, там толпа. Надо было в таких ситуациях перегреваться, но просто спамить атаку. Это выгоднее по хп получается. Миш, сзади. Все. Хорошо получилось, вообще хорошо получилось. Я гнома путаю с крысой, не знаю, никак не могу привыкнуть. А я эльфа всегда. Ты не ошибешься, просто бьешь и все это делаешь. Да, я перегреваю же. О, подлечился сейчас вот. Ну, кажется, так, не 10% не хила отставай. Делает, а какая-то фигня. Давайте вообще по правой стороне сейчас, вот просто по правой стороне, потому что там какие-то странные. А мы Том будем брать, он слева. А он там всегда, да, хочешь сказать? Да, Том там и всегда, я побегу. Ой, я не туда побежал. Гассерет. Где Гассерет? Вон он. Вижу, жгу. Я очень хочу жить, пожалуйста, только не газом. Молодцы. Все нормально. Сзади. Я пойду все-таки за Томом. Только что это мы без Тома ходим. Там может быть не только Том. Бонич, не углуб. Блин, Бонич. Здесь. Блин. Нет, здесь только Том. Не зевай, Бонич, ну чего ты? Часть. Соберись. Очень-очень-очень переживаю. Накал страстей такой, да, что ж зевать. Так, здесь был хил в прошлый раз, помните? Да, был, но чуть дальше. Так, не, здесь не Ой. Пройти лучше. Вот он есть. Бонич, сейчас я хильну. Да-да. Где ты? А здесь бутылек. Эх. Бонич, бери бутылек, хиляйся. Ой-ой-ой, хильните меня, иначе я умру, мне очень-очень страшно. Бутылек Майкер взял? Взял. Так, давайте Миша, вот в этой... бутылек можешь выпить, Миш. Не-не-нет. Выпивай, тут аптечка. Миш, тут три хилки, а слотов у нас всего три, если Хорошо. Ты бутылек выпьешь. Выпил. Сейчас давайте проверим. Так, давайте в яме, во-первых, не разделяться, но это понятно. И второе, выбирать места на эмбуши скриптовые, чтобы сверху они не могли... А, эмбуши очень хорошее скриптовое место, это вот то, где...
Вот здесь вот неплохое место. Я сзади буду пока. Смотрите по дыркам, чтобы они не лезли с боков. Я перед забрал. Нормально, но жизнь потерял я на этом. А где волна? Кукмен, ребят, кукмен. Нормально. Блин, а Дим, у тебя снайперка или АОЕшка пушка? Не, пушка, о, снайперка у меня. У меня АОЕшка этот. Как его? С руки. А. Че, побежали быстро? Не, не быстро. Подождите, подождите, подождите. Во-первых, отстреляю людей, которые здесь стоят внизу, они с разных сторон. А сейчас... там их тут. Это мелочь. Ну, частично можно спуститься. Ну ладно, короче, решайте. Стоим под мостом, как в прошлый раз, и там как бы это. Проще обороняться всего. Окей. Давайте к ПСП, да, под мост. По пути отстреливаем. Командор. Ой, все, давайте, под мост, под мост, под мост, под мост. А, под мост, сорян, пацаны. Бонивур, Бонивур, под мост, ё-моё! Меня зажали. Да какой тебя зажали, ты методично вот идешь куда вперед. Куда ты вообще не в ту сторону пойдешь? Иду, иду. Все, под мост. Вот сюда вот под мост заходи и все. Перегрев. Ассасин где-то еще. Да. Мы командора, блин, замочить не можем никак. Согласен. Дайте. Ассасин в заре. Пойду в командиру. Все, все собрались. Да, все. Беру бочку. Берешь бочку. Ассасин на мне. Убивает. Вижу. Убил. Все, нормально. А, Мишу. Цепляет, цепляет. Да он дебил почему. И волна, да? Я бочку волна, донесу ребят. Сейчас быстро. Да как ты донесешь, когда да волна? Донесу. Вы там все. Под мостом стойте, главное. Блин. Ладно. Угу. Так, я лучше аптечку юзну, потому что серый. Да-да-да, юзай. Готово, все, теперь надо. Волну здесь принимаем. Сзади командор один. Я справа. Я справа. Если нужна будет помощь, скажу. Я слева. Ассасин, кажется. Так. Конечно, у тебя нормально все там, да? Да, у него тут все в порядке. Нас вот чистым. Эти добегают, я следующую бочку беру. Да, и налево. Все пишут, потому что вот сюда вот побежит наш товарищ бочкой. Наверху сундук, ассасин, да? Ассасин еще где-то, вот, наверху газма. Сундук. Сзади парочка. Больше, чем парочка. Назад. Блин, да как так? Назад возвращаемся, ребят. Не танк, волна. Не, я слышал рык какой-то дикий. Не-не-не, давайте сюда под мостик. Все, только... стоим тут. Вот здесь вот стоим, да. С вашей стороны, кажется, волны. Да они тут разделятся. А, над нами или сундук, или амуниция. Я предлагаю... Амуниция. Я слышу... Так, пулеметчик сверху вижу. Но он не достает. Мы когда побежим, достанем. Да, нужно его снять. Да, нужно, конечно. Вижу. Ах, он меня, он... Взял последнюю бочку, понес. Рано еще, тут много этих. А? Тут еще крысы со всех сторон. Мы тебя не сможем прикрыть. Да, мы тут еще с крысами. Да. Все, сейчас получше уже. Уже да. А, давайте, только я сейчас наверх еще сундук проверю. А здесь амуниция и сундук, ребят. Обратной дороги. Наверху возьмем. Бомба. Бонивор, возьми бомбу в сундуке. Взял бомбу. Да. Так, чуваки. Все. А куда побежал здесь... БСП? Вон, вижу БСП. Вон, идем за БСП. Все за БСП. Все за БСП, потому что волна, кажись. Волну будем там ловить. Не останавливаемся, бежим. Сзади. Легионер и несколько крыс. Все за БСП. Блин, жесть. Туннельчик, в туннельчик, заходите прямо сейчас. Дима, осторожно сзади. Заходим сюда? В какой туннельчик?
А, вижу. БСП сзади у тебя. Прикрою. Убили бы Бонича. Бомба. Да, придется спасать. Сзади еще падает сверху. Поднимаю. Газман, газман только там, аккуратно. Подняли? Да-да-да-да, заходите все, внутрь пока. Бомбу макую кинуть, ребят. О, давайте к БСП, вон, на, сюда, отлично здесь. Здесь отлично. Прикрывайте здесь, стойте. Я помогу. Ой, цепанули, цепанули. Я, блин, я не могу особо тут... Вытащил, вытащил, вытащил. Что сделать? Так, амуниция там осталась еще или нет? Где амуниция была там, где мы сидели. Наверху. Ну она там как бы бесконечная или да, конечная? Да, она там бесконечная. Газман. Газман. Это в голову ему целится. Так, мне просто стрел вообще нет. Какая он была? Давай сюда поднимемся. Какая Бонич, не отставай. Ну, она уверен, где-то Дима? Там. Правильно, правильно. Наверх, 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 наверх. Да, вижу, вижу, вижу. Взял и побежали. Мы за вами. Крыс в рядом. Диан, может тебя хиль... А, ну кого, меня хильнуть или вообще не хиляют пока? Пока не хиляют тогда. Пока не хиляют. Серого нет. Бонич, Бонич, пойдем, пойдем. Так, что у нас? Ждем Бонивора. Серия ну, стримов. Можно пока посносить их. Сзади легионер сейчас спрыгнет. Отойдите, отойдите его. Добро. А. Тут можно забраться, кстати, смотрите. Можно, но там дальше непонятно куда я не да. могу забраться. Миш, идем. Да, да, сейчас. Давай я. Пойдем, пойдем. Так, тут давайте тут слева будет что-то, я помню. Справа точнее. Слева есть проход, да. Справа пусто. Бонч, аккуратно ты. Не углубляйся. Слева не заходили, я слева проверю. Давайте, Миш, слева проверяй. Тут тупичок, какая-то нычка, что-то... Бакман. Ничего нет. Цепанули. Рейнджовыми сразу его. Да, ну как бы... Да я отошел, сори. Я был с Мишей. Так, мы выходим сюда, да? Танка был у нас еще, нет? Нет? Танк был в самом начале. А, в самом начале. Отлично. Отлично. Да, у нас хорошо. И патруль у нас, насколько я помню, тоже был. Не было патруля. А, ну, мы его в пещерах кайфили, ну. Мы нычку нашли. Про пулеметчиков я вообще молчу, они с самого начала нам попадаются. Не, ну спешл мобы-то они, у них нет ограничений на спаун, да, по-моему. Да. Пакмастер? Где пакмастер? Сзади, прям сзади. Сзади, да. Все, молодца. Гасрат еще где-то, говорят. Кажется, ну, я думаю, это спереди где-то. Потому что ему тут больше негде. Давайте справа не агрите тогда, идем сразу. Да нет, давайте справа посмотрим, что тут. Там хилки могут быть, да, там кажется... А как мы его обчистим-то, я не пойму. Вон он. Где? Ребята, засада, ловушка. Да. Предлагаю давайте, внутрь забирать. Давайте внутрь, хорошо решили, побежали. Попробую добежать до вас. Все, забежали. Так, я сейчас лягу скоро. Я, Мишек, беру этот выход. Хорошо. Все, БСП поднимите. Поднимаю. Опять Гасрат. Вот он Гасрат. Нормально, он выходим хотел... и проверяем. Вы... сейчас вот вокруг. Там, кажется, справа далеко лагерь был. Сзади. Ой. Да ладно. Дима, ты один там. А, вы выходите, ясно. Я подумал. Там, по-моему, ничего нет, скорее всего. Блин, мне казалось, что здесь... А. Да, ну, сори. Давайте вот сейчас вот идем сюда, и вот тут вот сейчас направо. Тут да, вроде да, 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 да. Вот там точно было. Угу. Чего, куда? Ой, я потерялся. Сейчас тут ничего нет, да? Справа сейчас, же было, ну, вот здесь вот. Ой, а лестница? Где вообще? По лесенке. Миш, аккуратно, там
Сверху могут быть. Просто... Легионер сзади у вас вообще. О! Бонич, ты под прямым ударом не стоишь никогда, просто сразу отбегай. Нету хилок, может так по другой под... стороне пойдем? Не-не-не, все. Ассасин, идите сюда, о, сверху. Ребят, я нашел третий том. Блин, ассасин здесь. Я нашел третий том. Мы его не убили еще. Да. Я пытаюсь к вам подбежать. Будем третий том брать? Ну, знаешь, будем. Лучше пройти бы нам. А какой слот он занимает? Он занимает слот хилки, но его можно выбрасывать. Берешь хилку и газ. А там ассасин? Да. Где-то еще был. Вон он. Да. Типа здесь вот направо и падает, дадим? Вот сюда вот? Да-да-да. Давай я вместе с тобой пойду, потому что тут нужно нельзя будет вернуться. Вот, берем. Да, мастера, актера озвучки явно переигрывали немножко. И давайте к БСП возвращаемся. Во время БСП своей работы. И возвращаемся. Угу. Хилок что-то нет совсем. Все, идемте сюда. Не отставай. Идемте сюда. Здесь нету ничего. Здесь нету ничего, нету ничего. Нету ничего. Крыска. Легионер? Нет, сзади. Да как, а как? Где вы вообще? Ё-моё, у Бонича там три крыс. Ну давайте, я ну, здесь все, стою. Сюда. Там не подняться. У меня один уже. ХП, но зато красный. Так, погоди, давайте не агри пока никого. Просто пробегаем направо и все, Дим. Да, давай. Забегаем наверх. Хилка Бонича. О, есть. Дим, наверное, да. А без разницы кому? Ассасин. Ассасин, да. Вон он прилетел. Вон он. Сейчас меня будут забирать. Да ты блак, как... какой он, да? Вообще, такой шустрый. Красавец. Идемте. Никого не агрим. А я бы поагрил. А зачем? Мы почти уже дошли. Так вот, в том-то и дело, что мы не агрим каких-то сраных 10 крыс, которых уничтожаем сотнями. Зато продолжаем играть после... Шутки. Ну, хотя ладно, все да. Все хилки пропускаем абсолютно. Потенциальные. Ой. Так, идея. Тут все стоим открыто. Стоим к стенке вот сюда. Давай, да, вот сюда вот к стеночке. Они сверху будут падать, ну ладно. Да не будут, сзади Пакман. Минус. Прямо пулеметчик. Пулеметчик! Не успел. Но будем... Хорошо, что подсветили. Вот кто подсветил, тот молодец. Они идут прямо. Сверху никого. Хотя нет, сзади есть. Сзади будет падать. Передовая крыса. Он поднимается. Вижу. Стреляем в него. Вроде все норм. Меня убили. Я а что ты там делал? Пулеметчик убивал. Странно. Могу бомбу кинуть? Не надо. Я тоже думаю, что не стоит пока. Они, давайте я всех раскидаю. Ну давай, я раскидываю, я... А, ну. Уже как бы поздно. Назад, да как, стеночки. Откуда? А, блин, я не понял, откуда пришли. Удары там иногда можно. Прилетают, прям теряешься. Все, скаемся. Да, пожалуй, скаемся. Надо. Ой, сколько их тут. Аптечка, если есть у кого-нибудь, будет круто. Аптечка не тут. А аптечка в домике. Ну ладно. В каком-то странном месте. Там, короче, БСП, мы в прошлый раз в этом месте спускались. А я вот амуницию подобрал, допустим. Это круто, конечно, да. То есть ты готов идти в разные стороны? Все. Нет, это было не в разные стороны, это было по пути. Нет, это не по пути было. По пути. По пути мы один шаг делаем и... Вы через забор, а я не через забор. Я, по, мне дор... забор. Я по дороге. Короче, смысл в том, Диан, что там в городе противники, а здесь противников не было, куда я пошел. Ага, а те трое, что за тобой бегали, которых я сносил, это так, мне показалось. Тебе показалось, за мной никто не бегал. Да-да-да. Короче, держимся вместе, давайте, идем. Я последние лет 5 никто не бегал, ничего, нормально, живу. Ну, примерно так. Сзади вроде чисто. Мы спускаемся уже вот к этому, к последнему. Да-да-да-да.
Че я лезу? Я же битый сам. Ой, волна. Может пробежим? Где волна? Или нет? Ой, ассасин. Сзади газ еще, блин, кто такие? Да, газ. Газ есть кто-то. Не вижу его. Но он сверху был, короче. Ассасин на мне, блин. Ну, хрень, да, короче, получается. Ах, вы скоты! А вот сейчас вот, да. Ой, ассасин на мне. Вижу, давайте, вижу. Давайте, давайте. Спасибо, ребят. Их два. Сзади еще идут. Ясно. Видишь, налево. Ой, волна еще, да? Да, волна. Да. Давай, Миш, попробуй БСП. Я попробую бомбу кинуть. Не, я умер. Я тоже бомбу кинул уже. БСП, ты единственный, кто остался. Да? Да. Да Дима же еще. Дима, охраняй меня. Сзади, сзади пулеметчик подходит или газмен? Газмен. Вон он. Всех же подняли, да? Да, всех подняли. Убили. Все, идемте. Он остался. У меня 49, не переживай. Да, твои 49 меня. Слушайте, тут справа от моста можно зайти. Помните, там лагерек есть, может быть, скилки повезет. Может быть. Блин. Вообще удары нельзя пропускать. Он меня пробил. Давайте я загоняю быстро. Не-не-не, один не надо никуда гонять. Борову не трожь. Я уже убил его. Fresh meat? Тут еще двое. Прикольно. Пусто, да? Да. Хотя нет, вот здесь вот что-то могло быть раньше. О, здесь это, третий том. Да, ну, учитывая то, что аптечек нет, как бы, можно брать. Три из трех фолиантов собраны. А, кто? Кто, где? Слева крыс. Ассасин! Ассасин! Он напрыгнул на своего, причем, по ошибке. А. Ну, бас. Все, идемте. Клик. Так, у нас два умирающих. Сзади двое еще. Потенциально четыре умирающих. Да, блин, еще двое. Ну я тут скорее уже гуф. Один удар давай остался. Давай тогда, Миш, просто ты... Не-не, нормально, нормально, Миш, иди. Ты понимаешь, что когда у тебя жизни станет ноль, у тебя они перекрасятся это в красный. Это серые. А, красные, да, еще были? Да-да-да. Нет, в общем, если ты сейчас доживаешь до нуля хитов... А, и кровотечение будет, типа, да? Нет, ты будешь, ну, просто лежать, упадешь, пока мы тебя... Если ты упадешь, то уже станешь... По правой стороне или по что? Правой, по правой, по правой. По правой и в дом сразу же. Да, по правой. Никого. Давайте тут проверим, что нету ничего. Ой, я хаврошу полоснул нормально. Опа, тут... Тут, ой, этот большой взяли, да? Ну, это ерунда. Квадрат, нет? Лутай. Нам лутай в аптечку. Ну как, максимальный наверх лут будет, иду, вообще. Наверху нет, есть... Нет, это не максимальный, это три из этих. Скорости. Тут нету ничего, черт. Есть амуниция. Вот, вот одна хилочка, ребят. Это та самая Бонивуровская. Бонивур. Так, в подвал гол. Он заюзал. Он заюзал. Давайте потихоньку пойдем. Ну что, естественно, заюзал, а че? Да не, ничего. Ребят, на улицу выходим. У меня ж хп серое уже было. Слушайте, а может действительно до волны еще соседние помещения проверим? Вдруг там хилки? Да, давай, давайте все помещения проверяем. Мы же все равно сможем в этот вернуться, в подвал в этот быстренько. Так, слушай, да, его открою сразу. Так, давайте. Валим, короче, правый нет. Дом сначала, если он открыт, конечно, вот это вот. Это не дом. Этот закрыт. Ну, значит, что через дорогу. Не трогаем колокол, не трогаем колокол. Так, газ ред. Где-то газ ред. Не вижу. Смотрите, ребят. О, газ и ред, стоять? Сверху, сверху. А, нет, это ты. Ребят, смотрите, а если мы тут будем стоять и ждать? Ну, у нас, конечно, пулеметчик. Да, тут пулемет сразу. Хилка, сниму. Хилка, хилка! Вижу газ ред. Газ ред. Хилки! Газ ред убили, молодцы. Хилки, смотрите, прямо по центру хилки. Капец. А мы их пропустили, потому что кто-то говорил, давайте справа. Я лечу. Кто-то был вообще. Чтобы взяли. Ой, как хорошо-то. Блин, насколько проще, а сейчас должно быть. Еще хилку. Бутылек есть. БСП, возьми бутылек. БСП, возьми бутылек. Выжирай еще бутылек. Не, просто возьми его. Хотя не, возьми и выжри, да. Не надо выжирать, но подними. Бутыльком ты только можешь себя. А может быть мы встанем вот здесь вот, пацаны? Не, вот здесь не, 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 нет. Не-не-нет. Потому что корабль сюда будет приходить. Любой. Ассасин вон там был, ребят. Где? Нет, если мы здесь станем, у нас газреты или пулеметы. Вон он там. Ассасин, ассасин, вижу, где-то я был ассасин. Он, вон, вижу. Вон он. И ганнер еще. Нет, это он и есть, гаттер-раннер. А, да, понял. Это раннер. Ну, давайте стучите и в подвал. Точнее, все в подвал. Слева, 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 слева газ. Слева газ. Убил вроде газ.
Да, перегрелся, да, правда. Короче, давай. Ребят, давайте я один пока... Не, давайте 2-2, сделаем 2-2. Да, 2-2. Я... Давайте мне большой проход. БСП. Да не, давай вот так все-таки, чтобы готов? Они... Давайте, вы с, блин, да, с Майкером. Там, пацаны, кстати, вот еще бомба лежит, пацаны, я возьму. А, здесь еще бомба, ребят, помните? Где бомба? Я взял ее. Молодец. А, все, ясно. Ну все, с богом. Бонишь. Today we die in hell. Dying, точнее, ну ладно. Give him nothing. Так, ну я дистанционно смогу помогать и вам, в общем-то, когда... Хотя, наверное, да, не стоит, хорошо, чтобы не разогреваться лишнего. Можно. Ну, сначала... Да, вижу, вижу, да, вижу. На Бонича, потому что он один. А Миша милишник не может взять и ковырять его? Могу. Ну так и все. Ну просто я хочу видеть, что происходит, чтобы тылы, там еще кого-нибудь, ну короче... Ну поэтому и мечом проще это делать. Вы в два меча лучше там отковырять, да, согласен, чем... А Миш, если мы тут будем не справляться, переключишься на посох и ЗАО ешь. Да, и разогрев всегда есть. Да-да-да, и разогрева не будет как раз. Ну что, ждем танка? Нет, а, ну, здесь просто будет их много, несколько волн, ну как в первой миссии, помните? Нам команду же дадут, типа, когда нам, да, бежать, да. Корабля. Ну и все, и стоим, и пофиг. Пока это просто мясо какое-то. Блин, я зря скорость выпал. Я думаю, что тебя так прет-то. Бонич запаниковал. Бонич паникует, ну это стандартный экскомовский расклад. О, Пакман. Все, поднял. А кто дверь закрыл, интересно? А, не знаю, я ей не нажимал, возможно. Я тоже. Пакман закрыл дверь. Они все равно через дверь, блин, лезут и не видно, да, кто там, да, спрыгивает, поэтому я открою ее. Тут куча не, это, не копится совсем. Уже весь Вест проход был бы за... Если что, ты первой гранату юзаешь. Хорошо. У тебя тоже? У меня есть, да. Ну, гранаты, кстати, я думаю, надо гранаты оставить на отступление к кораблю, потому что, да, там в идеале прям по-хорошему, да. Ну, две гранаты кинули рядом, и все. Ты кидаешь ее первым. Хорошо. Чтобы мы одновременно не кинули. Incoming fuck. Газ рад. Ох ты ж. Все, ну беги за парома. Все, да, ну что, выбегаем? Газ командующий, рад. Командующий, привет. Погоди. Еще волна. Надо, я предлагаю... Убить, потом выбегаем. Да, давайте все-таки переждем эту волну, все, ребят. Переждем волну. Так она будет бесконечная, я думаю. Нет, не будет бесконечной. Давайте подождем чуть-чуть. Просто сейчас газ нам сюда того и... У нас почти никто не бежит уже. Так, вроде бы все. Давай, побежали. Давайте, выходим. У вас там как? Нормально, пошли. Миш, выходите. Пулеметчик. Я вас прикрываю, короче, теперь. Оу, oh, yeah. Я бомбу поджег, но не кинул. Затащили, ребят, с таким началом затащили. Помните подъемы эти, перевороты, выходы силы в начале? Еще три. Главное, чтобы сейчас... собрали. Уровень получили. Да. Какой-то Mercenary Great Sword. Блин, полтора левела дали бы. Ну давай. Кручу-верчу и... Две леги, может быть. Четыре мне выдали. Четыре — это синенький топор. А, мне синенькие кинжальчики дадут. О, да. Сейчас это шпага, ребята. Это должна быть шпага. Есть зеленая хрень. Это на меня. Топор и щит. Да, на мой. На мой. На мой. На мой класс, ура. Вы таверну. Блин, мне дали щит с дварфом. А Миша брелок для ключей. Брелок, да, который увеличивает запас здоровья, пока игрок сбит с ног. Короче, Миша отдаваться у нас будет всегда. Да. Будешь танчить танка. Упав. Так. Сейчас Бонич оторвется. Главное, не сплавь ее, Бонич, не дай бог. Так а что, у Бонича какое-то тематическое оружие, что ли? Тематическое, да. Какое? Зеленое, синее? А, тема Голливуд. Рейквал дали какой-то. Коллег Тол Томс. Ага, все понятно. Мы все томы собрали в этой миссии. Нам ачивку дали. Мне дали меч и даггер. Пара такая прикольная. Для начала я хочу его взять и помахать им.
Дамаг меньше. Кнокбэк меньше. Чарджет атак. Массовый. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Фламбер о! Охотника, двуручный меч. О! It's 2-0 to weapon max stamina points. When hitting the enemy with normal attacks, there is chance to increase your attack speed. Прикольно. А тут что? Так, ну для начала давайте посмотрим, какая-то хрень. О, крутая у меня палка. А, это у тебя фламберг обычный. Не расстраивай, Бонивура. Какой крутой у тебя меч. Почему два обычный? Почему обычный? Он же типа... Крутой, крутой. Очень это... крутой, очень крутой. Зацените, какой у меня щит. Погоди, не вижу. 240. У кого что? Прикольно, с портретом. Да, причем мало того, что с портретом, у него ручка, за которую он держится, тоже с портретом. Миша, тебе не тяжело брелок такой таскать? Да, но здоровье должен добавить. Ну он тебя, знаешь, как... Ну ты X нажми, видел, как выглядит он тебе, на тебе? На груди, на правой, да? Отлично. А вот этот вот. Ой, какой же я страшный, а. Смот выглядит интересно. Предлагаю сразу в бой. А есть куда? Зерна и плевла, сад... Бонни, что там у тебя выпало? Морра или рандом? У тебя меч выпал. Ты по статсам какой вообще? Бонни сильный. Ребят, показать вам, как выглядит моя тренька, которую я там взял в прошлой миссии. Ну. Нет, не с той стороны смотришь. Зайди сзади, посмотри, у меня на. Да, рюкзаке... если я не хочу. На рюкзаке три этих, три мешка. На одном такая мордочка нарисована, да, на боковых кольца. Кольца. Вот сейчас я треньку одену. Видишь? Да, дикое изменение, конечно. Печать какая-то просто. О чем и речь? Для конверта. Печать. Давай, F2. F2. Difficulty Nightmare, а мы что, заново? Что? Ты какую миссию выставил, Миша? Случайно. Но за... на уровне она сложности сейчас... кошмар. Она нам Black Powder снова дала, да ну нафиг ее. Давайте что-нибудь новое. Она же изичная, давайте быстро побежимся. XP много дадут. Ладно, сейчас сливаем, я понял. Или хотите попробовать просто. Не, ну давайте на Найтмаре попробуем, конечно, но просто. Это Найтмар? Да. Бонич. А, да, я узнаешь, в реку не прыгаем. Это очень быстрая миссия, очень простая, мы ее уже проходили, тащи. Угу. Работаем. Давайте. Все помнят, где две хилки лежат, да? Да. Нет, 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 нет. Ох ты ж, хилок нет. Бонич, как тебе меч? Очень сильный. Да? Он медленный, но ауешный. Он медленный. Пацаны, ну-ка. Да. Он медленнее, чем твоя шпага. Миша, встань на месте, пожалуйста. Ты, мне кажется, дэмэджишь. Эй, слышишь? Хватит. Да, да, кстати, это найдя. Я ее напополам разрубил, ни хрена себе. Ребят, тут friendly fire. А у меня такой он сильный. А, и рейнджовый, ну как. А, тут friendly fire, что ли? Да. Только на рейндж, то есть я по вам попадаю? Да. Ну, Миш, friendly fire. Fire это рейндж. Понятно. Friendly мели, а friendly fire. То есть дамажит своих только Миша, короче. Почему? Если ты начнешь из лука стрелять... Так это ж не фаер, у меня же это arrow, не friendly arrow уже по твоему. Фаер, ой, смотрите, да еще две хилочки. Фаер это любой рейндж. Короче, сразу разбегаемся за бочками. Давайте по двое все-таки ходить. Сундуки тут еще два бутылька будет. Ой, все. Наверх. Давайте, все наверх. А дальше-то как? Ой, еще один пулеметчик. Я его убью. Я бочку тащу. Давайте. Блин. Вот эту бочку. Ладно. Я беру. А, ай. Соответственно, все остальные открывают. Так кто меня? Ах, вот козлы, я бочку уже тащил. Я за бочками пошел тоже. О! Бомба! Если тебя ударят, то ты знаешь, да, что будет? На меня уже ударили, я просто пытался. Если бы меня прикрыли, все было бы хорошо. Беру бочку, Бонич. Красава. Вообще.
Короче. Давай, бери эту бочку. Она отсюда. Вообще их надо, наверное, кидать просто. Да? Ой, у меня проблема. Бонич, я вообще в другой стороне карты. Бонич, блин, у тебя бутылек есть, напоминаю. А где бочки-то, ребят? Они на карте все подписаны. Ой, слушайте, а тут больно бьет. Да где? Где пушка-то нормальная? Вашу ж дивизию. Ну все, у меня отлично все. Я на корабле нормально все. А я вижу тебя, я к тебе бегу, Миша. Ну, урона побольше наносят они. Спасибо большое, сзади идут. Иди сюда, Миша. О-о-о-о. Ну что, пойдем тогда в паре работать. Я зря сделал. Давай. Иди за... Ой, ассасин. Ассасин справа, судя по звукам. Я к вам, ребята. Сзади. Я... за тобой, бейсмен. Еще один, кажется, есть. За клан. Так, за мной кто-нибудь ждет? Да, я за тобой. Ну, в смысле, нет, я не за тобой. А ты где? За тобой Боневур. За ним, все верно. Ой. О-о-о. Есть бомба. Ну, как бы, ребята, как бы можем начинать новую. Почему? Через минуту примерно. Я таскаю бочки. Я гранату в него кидаю. Одна граната мало что сделает, а вот. Пулеметчик еще. Воу! Сейчас попробую согреть. Я на дне, кажется. Где ратлинг? Справа, судя, за боневором. Дима, у тебя крыса тот еще. Я пытаюсь сейчас ратлинг. А, ратлинг вон он, на втором этаже, прямо над тобой, Дим. Но он не достает сейчас по тебе. О, сзади меня заковыряли. Ну, понятно, короче. Слушай, все, да? Да. Ну... Не, нормально. Единственное, что для этой карты у нас вообще команды нет. Да. Единственное, что я предлагаю другую миссию. Согласен. Мы не играли. Согласен. Единственное, что дайте мне обратно мою шпагу. Как так? Меч же зеленый у тебя. Не, меч отличный, но... О, я получил двуручный меч наемника. Падлы, шпагу дайте, любую хотя бы. Хотя бы шпагу, я не знаю, тупого мушкетера дайте какой-нибудь, гвардейца кардинала, что-нибудь. Ашмит Уин. Я не хочу бегать с саблями, а как вот are you doing? Если вы стали целью пулеметчика, ищите укрытие. Спасибо, Кэп. А мы, кстати, не следуем этим советам. Обычно все выбегают и начинают его убивать. Так, мне нужно разобрать кое-что. О, нет. Я не готов к таким переживательным моментам. Стадия в торговом центре с Left 4 Dead не напоминает, потому что там сложнее все-таки было, мне кажется. Тут прям... Как можно разобрать, кстати? Кого? В Left 4 Dead нельзя было аккуратно спрыгнуть. Мое оружие можно разобрать на запчасти? Да. Как? Третья вкладка кузницы. Утилизировать? Да. Она тебе выдает какой-нибудь камешек. Ну, если зелененький, то зелененький, если серенький, то серенький, и так далее. А я не могу утилизировать. Но... Можешь. Нужно только себя заставить. Перенести надо в слот утилизации. Сначала шпагу нужно сначала взять, этот меч. Миш, какие там варианты у нас есть? А, у нас есть, во-первых, вариант зерна и плевла и сад Морра. Сад Морра очень мрачный. И пока не забыл, действительно, миссию, которую мы проходили сейчас второй раз, очень напоминает Left 4 Dead-овскую, там, где машину заправлять нужно. Она... Зерна плевела. Там, видишь, там нельзя было как-то хитро спрыгивать с этажей. А тут прям на здание спрыгиваешь, и все, и шорткат. А там приходилось бежать обычно по лестницам. А, Миш, у нас вон еще есть на севере миссия. Ну, выбери карту. На севере. А, вот это вот контрабанда. Мы... Нет, мы были здесь. Нет, самую верхнюю. Это любая, это рандом. Нет, по центру. Крепостному валу. Так. Я, кстати, не могу почему-то нажать неверный уровень сложности. А, вот все нормально. Это мы проходили, это самая первая миссия, Дим. Нет, еще левее по чуть-чуть. По самому валу, Миш. Под словом играть, все, короче. Все, сори. Ну, как хотите.
Ну а там по цвету локации что интересное, на твой взгляд? Ну вот это вот красивая локация. Это светленькая. Давайте светленькую локу сейчас. Давай для разнообразия. Да. Будем в дневное время убивать Крис. Крис. Так, где у нас? Что в скайпе пишут? В скайпе пишут. Каким файл-обменником ты пользуешься? Уточняет, просто забыли. Так F2 напишем, нет? Сейчас, подожди, да я. Тут. А, давайте, ребята, я сейчас чай налью и буду играть с вами. А, до этого как бы. А до этого ничего не было. Вот так вот кинул нас, короче. Миша, у тебя есть кнопка показать рекламу, было бы очень в тему. О, проверим, кстати, я 100 лет ее уже не жал, на самом деле. Поэтому проверим. Рекламная пауза. Уху! Я тоже проверяю. Без рекламы очень мало. Каждый день после еды вы должны чистить. Ну ладно. У меня работа. А давай зарядим. О, а вот я здесь ни разу не был. 5 роликов. У нас пошла такая пьянка, я тоже сейчас приду. А чё? Почему? Мне нужно... Мама сказала вынести мусор. Построить больше пилонов. Мама сказала вынести мусор. Сейчас я ведро вынес. Вот так вот. Война войной. Понимаете? А чай по расписанию. Я здесь. Боневор F2. Боневор отошел. Он воспользовался твоей тоже... Он как шлейф, да? Он отошел. Кажется, Боневор не очень мотивирован убивать крыс. Ну, когда у тебя выпадает всякая херня вместо шпаги нормально. Ему я хороший бы, фламберг выпал. Я бы фламберг тоже расстроился. Это нормальный двуручник. У него двуручник, но у него скорость атаки меньше явно. Ну да, естественно. И я у Бонища, ну, чтобы еще по таймингу атаковать, это сложно будет. В том плане, что ты вот об этом. Пропускать удары, я и бы... Просто вот у меня есть одноручное оружие с щитом, хороший дефенс, отбрасывание массовое, хорошее, и такие быстрые достаточно для дварфа атаки. Примерно раза в два медленнее, чем шпага. Это для дварфа в два раза быстрее. Вот. И есть молот или топор или дубинка, которая бьет очень медленно с откидыванием. Ну, в общем, против толпы. Во-первых, тому, хорошая что... новость, что... Ну, только что написал Витя в чатик, что большой апдейт приложения iPad отправляется в App Store. Тестовая версия с большим количеством фиксов и нововведений нормальная. А у вас там превью-видео есть, Миша? Да, конечно. Кстати, пользуясь случаем, а Витя слушает, да, получается? Витя слушает. Витя, привет. Витя, привет. Напиши там, как, что у нас дела. Да, Дим, ну, когда, ты знаешь, кстати, Витя? Когда Витя? Ты знаешь. Ну вот сейчас вот убирается когда Витя? В нескольких человек. Вини, Витя. Витя, правда, не из них, но... Он в числе тех, кто упирается. Скажем так. А есть те, в кого упираются. Да. БСП есть канал. Да, это полная информация. БСП нет канала. БСП, почему ты стрим-то на новом компе не стартанул? Зачем? Я его не для этого покупал. Стримы тут делать. Понятно. F2, Бонич, F2. Это просто его рука взяла пока еще. Сейчас он. Поехали. Fight! О, а что так светло-то, блин? Ох, как же классно тут будет целиться у нас пулеметчиком. Пацаны, у нас до скольки стрим вообще? Вот вопрос из чата. До 6. Нет, да. не до 6. Да. Как до 6? И причем смотрите, это даже... Сразу нет, не угадали. Давайте еще попытка есть. О, смотрите, Олеся стоит. Олеся сидит. Холоднее, намного холоднее. Причем одноногий получается. Опа. О, это... А это же не так интересно. Да. Запоминайте путь. Это как, блин, в первых играх. О, мы близко. Так, нам пробежать и все? Да, я тоже думаю. А задача какая? Пробежать и все. А, ну конечно. О, 6 мешков с зерном. Опять какая-то карта. Порох, зерно.
Ну что, разделяемся и несем, как бы, как обычно. Давайте по парам. Да, по парам. Давай, побежали. Я за тобой. Нет. Ёпарасете. Отмена. Работаем. Вы можете вернуться просто назад. А не, мы сейчас это... О, Миш, тут две хилочки. Спускайся ко мне. Ну, добро тогда. Давай, Бонни. Давай, Миш, мы стоим тут, они носят мешки. Да, отлично. Отличный план. Смотри, давай. Ах. Пулеметчик вижу. А, пулеметчик. Да, я его со спины в голову. Давай, Бонич. ХП дофига у нас. Миша, ой, ты где? Я немножко сверху. Но они там падают. Хорошо, побежали куда-нибудь. Я вижу побежали тебя. Побежали вон на те. Пакман, Бонич. А... Бонич с нами. А почему ты с ними, Бонич, а не со мной? А я не знаю, они заплатили больше. Но он меня к вам все равно тащит, поэтому вы это... Я вижу, да, вижу. Спасибо, Пакман, такси. О, вот. Он как раз к раздаче подошел. У меня тут раздача идет. Но, Бонич, больше так лучше не делать, потому что я в полной уверенности был, что ты за мной бежишь. Да я как бы с крысами дрался, а тут такое. Такая оказия. Так, Миш, Дим, пойдем. Да, вижу тебя. На. Пакман, убил. Там этот, легионер, два легионера. Меня можно подхилять, пожалуйста? Хотя, забейте, ладно. Я легионеров, Миш, взял. Еще ой, один. Это... Еще легионер один, да? Вижу. Могу... А, БСП, давай ты лучше ляжешь, а потом аптечку везу на тебя. Сейчас. Ну, в смысле, как... Не специально ложись. Я не это самое... Не заставляю тебя дохнуть. Ладно, ребят, у нас сколько-то минут уже прошло, еще не один. Ну я пользователь только бутылек взял. Коммунизм активировал премиум на ваш канал. Призрак коммунизма активировал прем, молодец. Там лежат люди. О, бутылек хила рядом с этим. Значит, что ж ты не отпрыгиваешь-то тут? Начинаем рубрику ответы на вопросы. Задавайте вопросы, получайте ответы. Тима, Миша, вас только стенка разделяет. Я сейчас приду. Так сердечко стучит. Так, БСП где? А, БСП я умер нет. Давно уже. Тогда я лечусь. Плохое время, Миша. Ой! Капец. Так, я к вам. Так, у Бонича там тоже сейчас проблемы будут. Не беспокойтесь за меня, у меня амулетик, он меня оберегает. Да-да-да. Работает амулет, да? Да, работает. А Мишу не хиляет, пока он лежит? Две волны, насколько я понял даже. Но это веселая будет миссия. Аптечка рядом со мной валяется. Бонич, беги, просто убегай. О, не, Бонич, резай меня. Меня, беги, резай. Бонич, давай. Я так близко. Ой, да ладно, вы рядышком. Бонич здесь. Бонич, ну... Не, Бонич разберется просто с этим. Нет, Бонич проще убегать от них. Бонич, слева. А, прикольно. Так, давайте... Слева и справа, и сзади. Давайте по парам. Боневур с БСП, я с Димой. Работаем четенько. Мешок, пошли. Мешок, пошли. Не, мы можем вчетвером идти к одному мешку. Так, наверное, даже проще будет. Давайте. Можно так начать, да. Давайте только все за мной. Аптечки надо сразу взять, которые да, снизу. Я из-за этого и говорю. Знаю, где лежит две аптечки, еще одна. Ну и плюс один мешок уже удалось взять. Взять или донести? Взять. И понести, но в этот момент вы начали умирать, я бросил мешок и к вам. О, крыса раз... ест воздух. На диете, да, такой? Да, так. Самоубеждение. Я сделаю вид, что я как бы ем, но это не очень невкусно. What? Так, вот сюда, под... здесь видите две крысы и две аптечки. Все. Обыскать район, говорят. А где... А кто? Наш. Где четвертый? Сверху. Да. Не спрыгивайте, ребят, не спрыгивайте. Давайте одну волну примем здесь. Ассасин. Тут опасно. Тут просто опасно. Ну как опасно? Потому снизу, кажется, идет. А вон, легионер справа. Меня потащили.
Блин, я за Бонивором еще. А почему ты наверху, блин? А, а его тащили. Ясно. Блин, да сколько можно тащить-то? Он застрял. Я вижу. Да, ассасин на меня. Ай, как же я не слышу-то. Спасибо. Два ассасина, кажется, даже. Давайте, все вниз. Что у меня с посохом-то? Где нагрев-то? У меня булава вместо посоха основным оружием. Нормально. Ассасин вижу. Пометили его, нет? А он умер, нет? Вон он, кажется. Да не умер он, вот он. Так, мешок возьмем. Тут еще лут, лутецкий. А, бомба. О, бомба. Все, отлично. Какой мешок, где мешок? Все, идемте к мешку, ладно, все, пойдемте к мешку. Так, у Бонища там проблемы. Все, побежали. Ребята. Бежим, бежим. Да они бесконечно будут идти, поэтому как бы. Я весь уже в крови крысиной. Давайте сюда. Справа идут. Ты зови где-то. Вот он, Rattling Gun. Да ё-моса. Вижу его. Пробую снять. Кого? Все. Сняли Rattling Gunner'а. Проходим. Все зашли? Да, я только... Нет! Слоупок. Мне кажется... Бонич, Бонич, сюда. Да твою ж налево, ну. Вот если мы второй еще мешок попробуем взять... А, нет, лучше не, надо, брать. Не надо, да, пойдем. Легионер тут. Крысы повсюду. В одного не успею дойти, да, Дим? Хотя... Я сзади. Нет. А, Бонивор, ну чё ж ты там? Почему ты не совсем... Всё, Бонивора не понимаем. Да мы и тут все отдадимся сейчас, не переживай. Так она... Да зачем ты хиляешь? Ты не хиляй! Чё за... Она стоит, короче, я не... вместо атаки хилял Мишу. Чё за бред? О, боже. Кидай бомбу, Дима. Не-не-не, я... Да кидай бомбу. А, бомбу, да? Ну ладно, давайте, на. Вот и резай сразу же. Ой, там еще есть народ, а, легионер. Ну, надо было... Сзади зарядим. Тут лучше плохая позиция дадим, надо перегруппироваться. Да, тут отдавайся уже. Крыс дофига. Потому что там сейчас всех забьют уже, поэтому... Надо было бомбу в легионера кинуть, там толпа была. Легионера я вообще надо не видел. Надо найти слабое звено срочно, потому что кто-то явно тянет команду вниз, пока непонятно. Давай, и, естественно, все на него повесить всех. Все-таки не успел блок поставить. По нему всегда, когда вот начинается проблема, ты находишься на расстоянии, ну не знаю, в другой конце площади. Именно поэтому у вас и начинаются проблемы. Новый уровень. Battle Scepter. Не знаю, зачем мне этот Battle Scepter. Учитывая то, что... Короче, давайте на местности попробуем получше ориентироваться. Мне кажется, сейчас вот, например, мы мешок зря понесли назад. Надо было где-то найти на этой площади домик. Не, нужно, его нужно было нести назад, просто нас было трое, а Бонивур был там. И, соответственно, в этот момент нам... Да, танк. Сразу танк. На респе танк. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, ребят, меня уже откинуло. Я уже вдалеке. Зажимаем, зажимаем, ДПСим. Я сейчас сгорел просто. А, ребята, вы можете... А, вот, все, проход увидел. Давай, он бьет Мишу, бей его. Нормально, у меня амулет, мне не страшно. И волна там еще. Прикольно. Ассасин еще. О, ассасин на мне. О! Я вижу, вижу. Спасибо. О, подняли. Ай, ассасин на мне. Ну, все хорошо. А, все. Танка нет. Убили. Ну что, нормальное начало? После такого мы обычно выигрываем. Начало, когда два ассасина напрыгивают сразу же.
Так, давайте вместе. Четыре осталось. Давайте, бежим, 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 бежим. Тут есть, смотрите, проход куда. Вы были тут уже? Мы за Димой идем сейчас все. Там две аптечки. Интересно. Взял Мишка, одну. Ты лечись. Лечусь. Готов. Так, давайте вниз как-нибудь. Блин, да что ж такое-то, а? Ой, Вася. Пишет, да все этот бонич, гоните его, чувак. Я с тобой согласен, кстати. Вот. Зашей его. Через полчаса просто выгнать и все. Ребята, вы внизу? Нет, еще. Нет. Блин, да я же говорю, все вниз, я вас уже внизу жду. Хукрат, где? Тут аптечки, много сыплаев. Вот взял он. Аптечку. Бежит к вам. Он у меня. Убил. Ли. Аптечки, да? Да, вы я взяли? Могу подлечить. Не нужно. Да ё-моё, ну как так-то, ну? Я, по-хорошему, я подлечусь. Миша, Бонивур, давайте к нам. Бониш, за мной. Ну там как бы... Меня пытается проколоть пикой крыса. За вами легионер идет. Мы отстали. Танк еще один. Танк за мной прям. Прикольно. Два танка, это весело. У меня бомба есть, но... Кажись... Со мной куча легионеров. Ну, все понятно. Да. Короче, на мне пока танк. ПКВП... Это самая сложная миссия. Найс баланс. Блин. Так, я там под АПСил, но фигня, нет, не убил. Мы вдвоем там рядышком лечим. Вы бы не брали мешки, на самом деле. Так, Бонич гуф уже. И меня тоже не надо спасать уже. Я гуф. А, еще и газ. Газ, нет. А, игра красивая. Красиво наказывает. Наказывает команду с Бонивуром. Он взорвал газовика. Ну, у них сейчас был, конечно, лучший стаб. Очень неплохо они... Классный раш придумали. Раш на респе, это... Причем два сейчас... танка было. Здравый маневр был. Один из прошлой просто прибежал. Мне ну что, танки танковали у них. ДПСеры ДПСили у нас как бы там. Я не знаю, где наш танк. А давайте через это попробуем через бревно налево пойти. Ну только не спрыгиваем, получается. Берем аптечки, поднимаемся назад и через бревно налево. Окей, давайте. Просто я там не понял, как она как там, куда и дальше чуть. Просто очень долго сражаетесь на одном месте. Ну, танка быстро не убить, к сожалению, Дим. Тут не про танк. Его можно проигнорить. Мне мама говорила, если на тебя к тебе присед хулиган, то просто не обращай внимания, он сам идет. Надо, короче, ему сначала давать деньги за то, чтобы он нас убил. А потом перестать давать ему деньги. Он скажет, а что, за бесплатное не буду, как бы тебя тусить. И все. Спускаемся, берем. Ребят, у вас сзади народ. Ой. Поднялись наверх обратно. Да, поднимаемся. Волна. И давайте в бревно. Нарез, пацаны, нарез, срочняк. На респе хуже. Давайте сюда, да. Я ты думаешь, прямо ждать надо их? Да, конечно. Да нет, спрыгиваем, спрыгиваем. Да какое, вы что, Ну. Понятно. Будем постоянно ждать, будут напрыгивать постоянно. Вот опять, кто там наверху? Мы ж спрыгнули. Я сам не понимаю, кто там так слоу хочет. Пацаны, я, короче, сейчас вас буду прикрывать с расстояния. Красава. Нет, так с расстояния все а хотят что это здесь? Там секреточка, тут, возможно, еще есть всякие гримуары, томы, но как бы... Кому эти гримуары с томами нужны? Да, именно. Ой, Йомас, это двое. Давайте внутрь за. Нет? Так, еще этот еще. Там. Там газовика нужно найти еще где-то. Давайте внутрь.
Внутрь зашли. Тут двое. Газовик, заходим в дверь. Ой, как Гатлинг еще. Блин, рейти. Меня газом от... Там вода хорошая, Гатлингу... хорошая. Убил Гатлинга. Я немножко разделился с вами из-за газа. Дима поднимаем. Ой, опасно. Еще Ой, волна. Здорово. Давайте открываем дверь любую, заходим внутрь. Газотик, заходим вот сюда, к нам, к Диме. Сюда, 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 сюда. Сюда! О, я к вам. Там и пота еще. Подвал, да. Подвал. Блин, Бониш, 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 ты видишь? Есть, ребят. Капец. Я к вам не пойду, ребят. Не знаю. Бониш. Капец. Я я в шоке просто, я в шоке. Блин, ну зачем мне вылез-то его с... прикрывать там? Твою налево, ну... Реально, Бониш, ну соберись на полчаса, если ты уже решил свалить. Давай последние полчаса нормально я отыграем. Открываю вас от газовщика. Бониш, иди через дверь. Тут да. Дверь у тебя рядом, прям слева от тебя дверь. Я не могу есть, там пройти, там забор. Ну я ж там как-то прошел. А, там нет забора, сорян. О, пацаны, тут килка. Еще какое-то говно. Бомба. Лечусь. Чуть, смотрим, где там подвал, что. Куда ведет? Давайте. Нет, подвал пока еще не тут, нужно. Еще легионер. Наверху сундук, бомба, патрон, все взял. Твоюж налево, ну как так? Силы. Мы тут, в общем-то, еще отбивались, а вы по бутылькам. Тоже не круто получилось. Не по бутылькам, получилось. А за мешками. Ребят. Давайте, все, пошли, 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 за мной. Твою налево, да как так-то? Второй мешок брать, Дима, или нет? Возьму, короче. Короче, сверху падает уже. Заходим внутрь. Ну а тут бутылька, тут хилка еще. Тут твою. Давайте бежим, бежим. Давай. Да не, куда да бежим? Давай. Тут крысы повсюду. Сейчас поубиваем. Можно, в принципе, тогда где-то неподалеку от фургона скидывать все мешки и потом их за ними возвращаться. Зачем? Ну, потому что, чтобы не сразу к фургону их все таскать, а где-нибудь снаружи ну, деревни сейчас оставить. Сейчас вот берем. Все, хватаем мешочки, хватаем. Вот они, два мешка. Да ладно, ладно. Рано, короче. Ассасин, газ и еще остатки волны. Кажется, я вижу газ, но ничего с этим сделать не могу. Блин. Нет, два мешка за раз, это, по-моему, она реально. Да, это не стоит так делать. Нет. Побежали тогда. Пулеметчик сейчас будет. Я перегреюсь. Убил. Вот мы пошли. Вдвоем. Как только будет волна, или вы увидите, что на нас набегает большое количество, мы просто сбрасываем их четвером раскидываем. В зале пока несколько, но немного вроде. Ну так, нормально. Переварим. Да, как бы. Я вынужден был немного посетить. Как я горю, а? Так, там справляетесь, нет? Нет. Пишу. Во-первых, танк, во-вторых, Дима умер, во-вторых, я умер. В-третьих, кассы, в-четвертых... Бонивур почему-то просто... Я разворачиваюсь, вижу, что бежит большая волна и Бонивур. Думаю, ну, прикроют, а, нет. Там танк. Я прикрою. К вам бегу. Эх. Нет, не бегу. Да, эх, сейчас бы газа не получить в лицо и не видеть. Давайте, ничего. Ребят, а потом, танк, когда газ отпустит, не получить танка перед собой. А так вообще весело. Бонивур, не было ни газа, ни танка в тот момент. Да-да-да. Ну, в твоей реальности не было, в моей была. Посмотрите демку. Да, запуск. Ну, вот это сейчас не танк. Сейчас так же. Единственное, что там интересный погреб в доме, где мы сидели. Возможно, он нас приведет на другую сторону, может быть, даже поближе к... В домах значительно проще, да, давайте. Там, во-первых, очень много ништяков в каждом из домов, куда ни посмотри. И да. Там очень удобно держать оборону, поэтому давайте выбегать с мешками только в тот момент, когда уже всех зачистили. Не будет такого момента, Миша. Можно, я говорю, надо, так как они все, в принципе, допустим, в деревне есть три мешка, да? И где-то в каком-то еще месте там несколько мешков. Все с деревни собираем ко входу в деревне, и пока там обороняемся, обороняемся. И уже, ну, потому что если мы по одному мешку будем таскать туда-сюда каждый раз, это, ну, долго. А так мы их все собрали на видном месте, и потом их уже это разносим. Это то же самое. То же самое расстояние ты принесешь. Сейчас, секунду, я поменяю сейчас оружие другое и... Местами их поменяю. Правда, не знаю, как местами их менять. Ладно. Они уже бегут. Все, я здесь с вами. Все, давайте. Еще предложение, когда мы вот две хилки берем сейчас, взять еще на первом этаже несколько хилок. Там
Через бревно пойдем или нет? Да, через бревно также. Давайте через хилки. Ну, через бревно, но с хилками. Берите, блин. Берите взял. Эти. Внизу хилки ж были, да? Да. Не уверен. Были, да, были. Да, две хилки были. Волна. Предлагаю успеть вернуться. Давайте. Хилку кто-то не взял снизу. ВСП я не взял. Взял, но я не успею. Да, пофиг, пофиг. Бревну, бревну, ребят. Бонич, остасим, поднимайся. Остасим. Бонич. Да ёпа, сэр! Чё, Бонич, ну поднимайся, вот поднимался, лестница, поднимался. Вот лестница. Да лестница, Бонич! Как я горю-то, а? Как я горю? Потуши посох. Охладить посох. А, за нами легионеры. Да. За нами Россия, Москва. О, ассасин. Та, затащили, сзади. Затащили меня. Ассасин еще сверху бежит, к вам. Бонич, ну мы туда не поднимемся к ним уже. Спасибо. Ассасин еще один. Бедный Миша. Да, я просто в шоке. Давай. Ассасин, бежим, бежим, бежим. Прикольно. Много, да? Ага, ясно. Вниз будем вместе. Я готов. Давай, пошли. Еще один легионер. Да, блин, я не успел. А кто сзади? Ассасин. Ассасин. И сзади еще. Все, побежали, да? Да. Ну тут давайте потихонечку, если так. Давайте вниз. Дайте подхилиться, пацаны. Вот сюда идите ко мне. Нет времени хилиться. И, да. Я в текстуре застрял, сорян. Ты в дереве застрял, не в текстуре. Ну, да. И что делать? Вот прыгай, приседай, приседай, прыгай. Двигаемся вперед к БСП. А, вы там еще, блин? Я думал, вы за мной все бежите. Давайте, где, давайте, через дверь будешь? Заходите просто и все. Миша? Да-да. За бомбу тобой взял. Ой, тут. Хелись, вот здесь проход. Ой, я. Че, по подвалу идем? Все. Фу, я. Бонич, вниз чуть-чуть, давай. Бонич. Куда вниз? Я. Ну вот, где видишь, где я? Нет, Бонич. Не вижу. Ах, не вижу! Так, ладно, я в погреб, сори, пацаны. Да-да-да, да, держитесь там. Может быть, мы реснемся где-нибудь. Не, мы точно реснемся, да. Какая интересная игра, ребята. Пошли вы. Нельзя, нет-нет, ну пошли вы в жопу, почему везде крысы? Понятно. Так, интересно, куда ты выходишь? Никуда. Вот лестница наверх. А, да? Сверху, сверху крыса там уже есть, как минимум одна. Ну так поднимись на лестницу, блин, БСП. Сзади чисто, сзади чисто, сзади чисто. Нужно просто подняться и посмотреть, куда ты вылезешь. Впереди очень много всего, понятно. Вот, блин. Ну, вылежу к мешку, соответственно, я вылежу. А где там, например, вагон? Может быть, мы рядом будем? Может быть... Ну, в общем, куча вопросов, на которые можно было получить ответы. А сейчас опять придется на разведку идти. Ну, мы можем сразу туда встать, просто к выходу, и все. К какому выходу? Из туннеля. Мы не знаем вообще, нужно ли нам идти по этому туннелю. Так и не идти по туннелю. Ты, ну, ты видишь, в какую сторону он идет. Ты же визуально можешь проложить прямую. Я не знаю, где он вылезает. Далеко. То есть нам два мешка, которые находятся вот там, куда мы бежим. Имеет ли смысл к этому туннелю носить? Или не имеет? Вылез бы сейчас. Туннелю в любом случае имеет, потому что мы туннель с двух сторон легче оборонять, чем на оружие. Собрались. С разных сторон. Собрались, бежим вперед. Бежим вперед, берем две хилочки, возвращаемся. Ферма Мюллера? Фашисты, что ли, в городе? Так, кто-то со мной вниз две хилочки взять. Я взял хилку. Бревно, да? Наверх, очень да. Много хилок. Бревно. Да. Так, БСП. Ты я единственный, жду. Кто не берет хилку, да? Да. Я а против зачем? Хилки. Хорошо. Я не люблю... Слева кто-то из... А, нет, это обычный. Хвататель, нет. Нет, не хвататель. Что-то мне вы уже там ключ. Все, пришли. Давайте, все, заходите пришли. Потихоньку. Бонич. Бонич, давай. Давай, Бонич, давай.
Давай, заходим. Миша? Да. Миша? Да, крысы. Или просто предлагаю, да, давайте вот этих вот крыс действительно тут. Внизу БСП, бедолага один. Ну, вроде там чисто. Да, там нормально. Спрыгиваем. Поехали. Сейчас на ветку сможете сразу? Зачем на ветку? Ну, потому что по ветке проще. Так, ребята, где-то этот стрелятель? Да, лучше спускаться. Стрелятель сверху далеко, забейте. Ой, волна заспавнилась. Он стрелялка сверху. Не, просто все спрыгнули. Если он снизу, то я один раз так уже спрыгнул. Вон он, да? Да, стреляет. Кто закрывает двери? Давайте, бониш, ребят, бониш, бониш, БСП. Сейчас, убил. Блин, закрыли. Да, меня цепанули. Да я вот из-за... О, как же я горю, капец. Давайте заходим в дом. Надо с одной стороны смотреть, следить за этими тылами. Короче, видишь, Дим, видишь, вон там пакет лежит. Вот в соседнем доме туннель выходит. Это, ну, блин, так понятно. Как я горю. А где Дима, кстати? Я с мешком. А где ты? А мешок я взял и сразу волна, да? Вот теперь в подвал спускайся, мы по подвалу пройдем. Ой, ну кажется, Бониш, давай сюда. Понятно, меня отрезало. Да мы вроде можем чуть выйти, помочь. Давайте выходите, помогайте. Волна здесь спаунится, я отбиваюсь. Я к Бонивору. Ребят, наверху мешок и три хилки. Ой, я горел. Еще где-то. Так, как чё? Еще раз. Наверху три хилки. Пулемётчик разгоняется. Вы его убили уже. Куда бомба покинулась вообще? Чё, вниз или не вниз? Там говорили... Нет, зачем вниз? Нам нужно взять два мешка, которые тут, и хилочки. И в подвал можно. Все, хилки нет. Я... Через подвал давайте пройдем. Давай. Еще волна. Легионер. Я подвал. Я вас там жду, спускайтесь потихоньку. Прыгаем вниз, пацаны. Спускаем. Ты уже с мешком? Да. Я у подвала. Да. Мне бы упасть и подлечиться. Там ассасин еще, судя по звукам. Все, давайте спускаемся быстро и... Подвал. Миша, Бонивор, давайте в подвал. Отступайте, да, дальше. Бонивор, давай. Жесть. Как она есть. Может хильнуться, пока есть пауза. Давайте. Да, пожалуй. Можешь, да. Хилки возможно тут. Падают, пацаны. Очень красиво. Крысопад, ребята, посмотрите. Взял, понес. Давайте я наверх. Вот все наверх. Я ко второму мешку вот прям сюда кинь пока. Я броняемся. Легионеров много. Да что происходит вообще? Я только вышел, меня зажали в угол и рихтуют. Газ. Ассасин. Жесть. Это, Миш, ты уже подхилявшимся, да? Да. Да там где-то 3-4 этих легионера было. Да ладно, встали, что ли? А Бониш где? Все мешки здесь. Берем? Давайте отобьемся от этих. Снова красопад, Леша. Легионер. Надо газовика снять. Красиво накрыло. Миш, давай газовика искать. Вижу его. Убил. Жесть. Хилочку бы. Поднимите мне, у меня хилка. Сейчас газ рассеется. Все, взяли, побежали. Слушай, волна. Мне кажется, каждый раз, когда мы берем мешок, оно уже. Идет волна. Меня бьют, баб! Все, подхилялся, побежал. Я подхилялся, да. Я броняюсь. Там мешок еще один кто-нибудь возьмет? Я возьму. Я возьму. Побежали.
Побежали, побежали. Бонич, пойдем. Да как пойдем-то? Они много. Между мной и БСП. Блин, да тут много. Выбирайте да, маршрут так, чтобы по прямой нельзя было к вам добежать, то есть через преграды. Сейчас... Ну ясно. А как ты тут заберешься? Да молча, Дима. Ой. Ну, ребят, Огар. Не знаю, это плохая идея, потому что меня просто... О, танк! Прикольно. Все делаем. Здорово. Наверх ребята, подниматься. Ребята, мы впервые мешки. Мы мешки. Заходим наверх. За БСП. И наверх. Тут аптечка, кстати. Ай, меня убили. А, убили уже? Так ты же лежишь еще, Бонич. Ну да, его лежу. Там Дима танкует, надо ему помочь. Тут... Блин, жесть. Не сможет зайти. Там... А, смог! Смог. Наверх просто. Что, сзади что-то было. Так, Дима лежит, да? Давай я черт! Я там... Миша, я в лошадях. Я хотел бы хильнуться, потому что я... Давай. Да, отлично. Я тогда пойду подниму... Короче, беги, я поднимаю. Давай. Поднимаю... Танк за мной, короче, бежит. А может, я не поднимаю? Тут их слишком много. Черт возьми. Сколько дамагу по танку уже нанесли? Мало, его никто не бил. Миша сзади. Все, забей. Ну, да. Что ж делать-то, а? Ой-ой-ой. Не, все в порядке, единственное, что нам нужно... О, схватили, так такой выпад был. Нам нужно просто знать, где ништяки лежат, и, например, к этому моменту бомбочки иметь. Но танк-то появляется рандомно. Танк, да. Ну, танка мы раскидываем, Миш. Да, здесь проблема была в том, что еще волна, легионеры и танк вообще. И жизни нет, и бомбочек нет. Так что нормально. Хорошо прошли, даже два этих мешка скинули. И сколько? Населена роботами. А, 6 их всего? Да, 6, да. Ну, я думал, 8. Тогда изи получается вообще. Просто изи. Самая сложная карта в игре, но непонятно, кто говорит. Москва. Давайте. Кстати, ребят, давайте без хилок в этом домике, чтобы это домик мы можем зайти, когда первый втором, да. Скинем. Окей. Мы в него зайдем и отхиляемся. Хорошо. Сейчас просто рашим. А игра так подумает, блин, они не взяли хилки, ну значит они мне нужны. Бак. Может исчезли. Быть, да, запросто. И положит бомбы. Можно скипать как-то это? Нет, в этом случае вражеские рейтинги, которые... Не успевают подойти, да? Дамаг нанести не успевают, нужны. Ну что, работаем? Там, кстати, справа легионер, чтобы не сагрить бы его. Да, я бы предложил его сразу расстрелять. Просто бежим. Да, просто бежим. Ванивур, ты там нормально? Да, молодец. Что-то спокойно как-то. Так нормально. Вот. Ой, на карту. Домик успеем добежать. Домик, да, можно сзади зайти. Supplies, говорят. Ocean какой-то. Ой, блин. Единственное, что если мы заходим в домик, то нужно вот ближе. Может, к погребу. Подвал, да? Давайте сюда, вот в эту комнату. Еще вот вторая волна. Вообще в подвал. Давайте в подвал, да. Вот и здесь будем держать. Бонич, чуть назад. Легионер. По ногам резать будем. Бонич, там нормально, фиктует. Нормально, тут даже и легионеры не держат. Ну как сказать, не держат. Ничего себе, вы видите? У меня, ребят, ФПС 1 сейчас. Тебе достаточно одного ФПСа, чтобы все, понять. Теперь за жесть. Пакетами. А, нет, не за пакетами. Не за пакетами. Мясорубка такая просто что. Ну блин, надо выходить. Давайте кто-нибудь со мной выйдет за мешком. Наверх ты, да? Да. Ну все пошли за тобой наверх. Тогда. Да чё всем-то? Там, возможно, этот. А ну было скинуть его просто. Там а, тут бомба. Хилка, может быть. Да, и вот здесь вот хилки. А чего не скинули там мешок? Давай всё, сразу просто мешок... вниз. И в погреб. Блин, снаружи снаружи рейтинг, и снаружи есть этот, как его. Убили рейтинга? Да, подвал. Убили,
Снаружи, кстати, есть этот сундук. Дим, подвал. Подвал. Дим, подвал. Легионеры еще. Капец. Блин, а я в них мешком кинул. А вы можете подвал? Подвал, подвал выйти. Так, а я все-таки. Нет, я жадный. Ну, блин, я бар. Там такой вкусный сундук. Пустой, наверное. А второй мешок где? Второй мешок, нам нужно дальше бежать, Миша. А, окей, понял. Давай, Бонич, побежали. Как побежали? Тут лезут, лезут люди. Вот-вот, поэтому заходи, заходи внутрь, заходи внутрь. А, вы там еще все? Я уже давно пробежался. Да, все, бежим наверх. Бежим, 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 бежим. Газ там еще. Да, газ. О, он бежит, вижу, взрываться, вижу, ребят. Нормально. Бежит. Все, взяли, побежали. Давайте, мы берем и пошли. Ребята, вы нас прикрывайте. Вон сзади уже подошел крысь. Где-то пулеметчик. Сзади легионеры. Бонич, беги. Впереди никого. Держись. Важно, идем. Бонич, главное тебе не дамажиться сильно. Блин, может кинуть гранату. Прям как-то наверное, тихо даже. Сейчас, кстати, хилки там, будут. Там пацаны. Сзади много народу. Командиров. Миш, ты один там, я да? Я в курсе. Ой, танк. Это танк. Хиляемся. А он скриптовый и... получается, да? Давайте в тележку, все в тележку. Да там танк, какой тележка-то? А он не пролезет. Да пролезет он! Бомбу кидаю в него. Ой, меня зажали. Я фулл ДПС по танку из тележки долблю. Блин, меня колесо тележки зажало. Закончилось. Блин, нельзя так. Еще ратлинган там где-то стрелял. Со словами закончилось, Бонивур выбегает и его так задевает. Уехай. Ой, кажется, я зря согрел. До танка все было очень хорошо. Но вместе с танком набежала толпа. Имело смысл, когда мы несли мешки, когда мы вышли из-за ворот, там остановиться ненадолго и раскидать толпу. Так никого не было там, когда мы шли. Там была нормальная толпа с командирами. Ассасин еще. Ой, Миша, давай, микри. У тебя 4 спешл моба против тебя сражаются. Вон, о, минус ассасин. Минус ассасин, да, танк его там ОЕшит нормально. Теперь остался ретлинган и танк. Смотри, как он их всех уложил, да? Короче, мне кажется, что танк появляется, он уже второй раз в этом моменте появляется, когда мы два мешка подносим к этому. Ну, давайте проверим. То есть он после каждого мешка, по идее, должен появляться, значит? Не факт. Может быть, он появляется, когда мешки... там появляется. То есть в этом случае мы их просто скидываем рядом с телегой. Так я про что и говорю. Сначала перестать. Ну, вот давайте сейчас проверим. А еще потом раз сразу три танка, знаете, когда... Ну, мне понравилось предложение всем телегу забрать. Бонич, а тебя кто убил в результате-то? Да. Меня убило еще вчера, до сих пор не отпускает, потому что я как бы еще в полумертвый бегаю. Переносите мешки бросками, так значительно патроны, меня быстрее. Танк. Кстати, интересная мысль. Предлагают эти, знаете, как в Counter-Strike оружие через Q выбрасывать по столу. Так это в Left 4 Dead работает и здесь тоже работает. Да, если можешь так мешки... Как и надо. Ребята, ребята. 6 в ряд. Так, там Миша, я слоупок, да? Я решил за аптечками сходить. Ой-ой-ой. Полосатый, мне нафиг туда не надо. Вы можете как бы... посетить врача нужно, и вам он все расскажет про вас. Зачем мне куда-то ехать, когда и мне Миша, здесь хорошо. Нормально, да? А может здесь будем? Зачем не, нам? Через этим. Вот смотрите здесь, как классно. В подвале классно, Дим. Там, кстати, этот легионер еще, Дим. Я пытаюсь пройти. Вторая волна. В подвале классно, Сокол бы тебя не поддержал. Давайте все-таки вниз заходим, прям все вниз-вниз. Поехали! О! Много легионеров. Патруль! Патрули, ребятки! Ауе. Ратлинган. Так, мешок не взяли, да? Нет, мешок.
Ну что, я за мешком тогда. Давай. А, вижу ретлинган. Убили. Да, его убили, да. Пускайся просто. А, просто? Окей. Просто. Вообще можно даже не через подвал забей. В этом стуке бомба и хилка была. Да, мы, кстати, можем просто перебежать, но это... Да что уже? Я в подвал, короче. Да, в подвал и давайте к нам. Блин, мешок не так просто еще взять. А ты как думал? Ну так реально быстрее перемещаться. Я у вас. Два патрульных. Все здесь? Да. Все мешочки взяли? Взяли, понесли. Взял. Берите. Я пытаюсь выйти. Банивор, давай ты берешь мешок. Да не, берешь, не, нет. Ассасин еще, ассасин, ребят. Ладно. Давайте ассасина убьем, а то он нас не это самое не простит. Вон он. Меня не простил. Убил. Поднял. Икура тоже там. Поднял. Понесли. Отхили с собой. Нет, не понесли. Через понесли? Забор, Миша, лучше. Они через забор плохо перелазят. Вот, давайте сюда, короче. Так, где кто? Я с мешком. Там ратлинган. Да. Снял. Как неплохо, я и это после хилки. Я сейчас умру. Вниз складываем в этот, внутрь, Миш, помнишь? Хорошо, да, я рядышком кидаем. Давай, Дима пока отковыривается с гонищем. Придумывайте, куда идти. А, давайте к хилкам и лечитесь. Я да, закинул можно. Один. Танк все равно, да. Это скрип, блин. Тогда скидывай внутрь. Короче, неважно, заходим внутрь и наверх поднимаемся. Здесь берите хилку по пути. Есть код и гранатка. О, меня отрезало! А зачем мы поднимаемся наверх? За хилками. Потому что за хилки, да, за хилки здесь. Вот я и подкидался. Ой-ой-ой, как? Ты еще один патруль, ребят. Танк и еще Миша, второй патруль. Я смотри, какой чит нашел. Я не вижу. А, нет, это не чит. Я увожу танка, вы хиляетесь. А где хиляются? Они все мертвые. Ой, меня сейчас цепанет! Понятно. Да. Нормально, нормально. Беги, беги, ты его сейчас увидишь, Мишу. БСП, беги. Смотри, вон, по прямой. А, не успел. Черт. Поставил он ну, меня. Ну, наблюдай, как Миша тут висит. Привет, Миш. Нормально, у меня амулет есть. Третий круг. Васисуали, я не закинул, я положил рядом. Я не собирался закидывать мешок. Как только стало понятно, что танк и так спаунится, какой смысл мне возвращаться и закидывать этот мешок непосредственно в этот? Короче, главное не оборачивайся. Хорошо тебе. А что мне надо делать-то теперь? Какой план-то? Ну еще 4 мешка. Освобождать. Попробуй добежать. А, вон, спасти можно, смотри, спасти, вон. Мы лежим. Да, да, БСП сейчас самое время пойти спасти кого-нибудь. Не там... получится, правда, но... Смотри, если ты их соберешь всех вместе, танк прыгнул. То танк АОЕ сможет их убить. А, БСП решил спасать, ну это грамотно. Давай, давай, ложись тут. БСП, ложись. Я зажат. Да, естественно. Help! Он по тебе хоть попадает? Нет. Так, да стреляй тогда чего-то. Не, или... ну я в блоке просто стою. Попал. Вот, блин, блок снял и... А это ОЕХа была просто. Не, это блок. Я просто резал пытался. Но... Жесть. Ну, смотрите, предложение следующее. Мешки не доносим вообще. Просто мы их выносим и где-нибудь вот неподалеку скидываем. Идем за следующими, да, на полянке. Потому что тогда мы сможем там потом взять и 4 мешка закинуть. Или 6. Второй вариант. Да, 6 мешков. Мы чистим все просто, но это нереальный вариант. Потом агрим танк и его без всех убиваем. Прохладная история, я понимаю, но это альтернатива печальная. Просто танк, возможно, может появиться... ну, в общем, не связан он с мешками. Уже третий раз так же. Появляется он в тот самый момент, когда мы два мешка подносим к этой зоне.
fill up a wagon with food and get back here. And watch out, the countryside is thick with rat men. Друзья, у нас еще 20 минут на то, чтобы попробовать что-то сделать с этим левелом. Предлагаю шаблон нарушить. Поехали направо. Давайте. Поехали. Он хилкой. Ну тут этого добра дофига. Вон там два мешка прям по курсу через мост. Я полностью забит теперь. Добегаем, добегаем. Пробуем в дом добираться. А, вот вот. Тут еще хилка и... Так, как это убить-то? А, понял. Заходим и налево ориентировочно. Ориентировочно налево, бомба еще взял. Я не зайду, ребят, я здесь постою. А нет, зайду, ладно. Дим, каждая такая фраза разворачивает меня просто. И я пропускаю удары, вот в частности сейчас. То есть я смотрю, что за проблема, и... Потому что у БСП эльф, и он запрыгнул, а у меня дворф, и он не запрыгнул, куда нужно. А как наверх-то подняться? А вот здесь вот лесенка, внутри домика лесенка. Блин, справа тут два мешка просто лежит, ребят. Гад, этот, газ. Еще волна. Легионер. Меня ассасин ждет. Вижу. А вот где? А, вы тут? Блин, тут волна и... Короче, я, наверное, бомбу кину. Зря. Да опять меня ассасин жахает. Справа. Блин, их много. Реально много. Боюсь, налево. Так, взял пакет. Тут два легионера. Командира. Я сейчас быстро разрублю, Миш, смотри. Все, командиры уходят. Так, они, я, пожалуй, не понятно, теряюсь. Короче. Жизнь сложная штука. Да. Взял пакет. Я возьму второй. Да. Сзади Хукман был. Вот, короче, к мостику, там еще этот, да? Как вы добегаете, и да? Танк. Танк. Сзади танк. Я врубаю. Я за бомбой попробую сходить в этот, в домик. Он за мной бежит, отлично, Миша, я тебя. Ванивур, аккуратно, сзади тебя толпы. Блин, тут только аптечка. Я в шоке. Ну, да убей ты сначала этих двух жалких крыс-то. Козел! Где танк? Вижу. Меня. Присоединяюсь потихонечку. Ой-ой-ой, обычная крыса. Ассасин, ассасин! Ой, какая жесть. Поднимай, пока гонишь. Будет, да, поднять. Я умер. Ассасин за вами. Меня зажали. Ох, ассасин на меня напрыгнул. Да кто меня зажал-то? А, их тут 8 человек, ну, ясно. Понятно. Да, и там Манивора тоже. Не, кстати, там место классное, там два мешка рядом. Так, я предлагаю так же, как... Кстати, пользуясь это, что нас, кто, если кто-то нас из Новосибирска смотрит и увлекается видеомонтажом, присылайте это резюме мне в личку. Мне в отдел как раз нужен один товарищ. А ЗП какая? А это по договоренности обсудим. Ну и вилку хотя бы озвучь. А, ну смотря что они умеют, знаешь, если они инфографику умеют уже рисовать, то можно в районе 30-ки, а если не умеют еще, то... А если смайлики умеют рисовать? Ну что, еще раз так? Или туда же, да. Только смотрите, давайте примем... Там позицию надо найти хорошую, рядом с этими двумя мешками, чтобы хотя бы первичную волну собрать. Бонич, ты же уже умеешь монтировать, нет? Лочка. Ну я так, знаешь, скажу. Три крысы справа.
На тебя переезжать нет смысла, я думаю. Надо переезжать, тут конечно, что? Серега. Это, я думаю, 1030-40 рублей. А это тоже ничего стоит. Нет, место жить. Волна. И сзади куча крыс. Да. А, да, я же рассказывал про девочку, которая мне говорила, что инфографика это просто анимационные картинки, ничего сложного. Она в итоге не прислала это тестовое задание. Естественно, но это для нее уже было сложно прислать тестовое задание. Она нарисовала его, да. Поулыбались просто, что... Ассасин, вон прям по курсу, на Боневора сейчас прыгнет. Блин. А можно не разбивать, кстати, и просто перепрыгнуть. Давайте, идем. Ребята, за идем. Клан, за клан. Кстати, я сейчас посмотрю, тут шахта какая-то, а нет. Там давайте золото как-то добывать вообще, найс. За Русь и за двор, стреляю в упор, поехали! Там еще аптечка сзади. Прям вот по пути. Взял? Да, взял. Нам бомбы больше нужны, чем аптечки. Я бы обшарил еще вот пару зданий здесь. Там еще спуск в шахту. Еще волна. Миша, мы уже ушли оттуда. Понятно. Да. Сейчас еще Гатлинг. Танк вам приведет. Давайте просто бежим, сдаем. Бежим, сдаем. Давайте, да, сдавайте. Бежите, сдавайте. Я пока справлюсь. Смотри, призрачные лошади. Это из Гарри Поттера. Двое, ребят, двое патрульных. Побежали это. Ассасин. Я могу бежать, меня бьют. Я к вам пацанов веду. Много. Блин, я под удар прям залез. Дима, держи еще. Ассасин, вот у меня здесь, у вас. Он был в толпе. Бомба, если можно. А нету бомбы никого, понял. Давайте на второй этаж, пацаны, второй этаж сразу. Быстро, да, быстро, давайте. Быстро. Единственное, что тут это. Не, у меня мышка отказывает. Танк. Вот и танк. С значит скрип. Пулеметчик еще. Пулеметчик, да. Ёп, ПРСТ. Был. О, Гуннер по мне стреляет. Гуннера не вижу. Он снаружи. Не успел его убить, к сожалению. Ах, блин, у меня еще со звуком что-то. А, вижу Газмана. Танк внизу. Ой, меня пьет. Ой, да, вот, классная игра. Так, могу поднять кого-нибудь, попробовать. Попробуй БСП поднять, он один. Я не буду спускаться, тут хорошо. А, Ганнер еще. Да-да-да. Убил Ганнера. Просто танка бью. Я понимаю, что перегрет. Понимаю, что сейчас умру. Подхиляйся, он рядом с тобой хилка была. А, ну поздно. Воу! Так, я рассчитываю на то, что... О, поушен. Вот бутылек, да. Пей, пей, бей. Я сначала свиток возьму. Ты ударился головой. Ох, видел как? Миша. Сзади. Кстати, ты мог встать вот в то место. О, я могу зарезать. Блин, увидел, нет, где появился. Короче, сейчас налево, налево, налево сразу прям. Вот и убегай, да, вот сюда. Танк затупит сейчас немножечко. Переключись на меч, Миш. Да и он переключается долго. Мне нужно сначала посох охладить после выстрела, потом переключиться на меч. Охладить. Ясно. Звезды и при этом... Спайкера. Да. Поджигайте мост. Пацаны, кто в чатике проходил с друзьями вчетвером эту игру? Легко этот уровень. На самое сложное место. Есть такие? Да есть, конечно. Чем мы не так делаем? Да все нормально. Скорость пейжишь, Диез пишет. Такой слоупок. Полминуты, как скорость уже выпита. Полосатый, если у вас такая дикая обида, ну сходите вы к психологу, поговорите с ним. А, там так, полосатый. Что случилось-то? Дешевый троллинг такой. Прикольно, Полосатый это товарищ, который критиковал БСП, типа, да, он не умеет ничего делать. Нет, он, короче, один раз я ему высказал на стриме, что он, как бы, ну, неправильно себя ведет. После этого у него пошла обида, он меня начал везде преследовать. И, ну, понятно, в общем. Куда бежим? Ну так же, направо. Ох ты ж! О, а можно все, кто меня обижает, тоже напасть? На своем канале, пожалуйста, бань. Понял. Что-то у нас жизни нет. А почему, кстати? А я так думаю, мы друг друга ударили, нет? Мы не на том уровне сложности играем. Заходи, Миш.
Давай сюда проверим. А вы у вас. А что бы... за мудак на тележке сидит? Вставай, драться будем с нами. На нем, на тележке энчан. Что они его. Так, давайте соберемся, ребят. Кто где, блин? Один у тележки, другой бежит вперед. Я с БСП. Да, у Миши просто посох охладил, поэтому и фыва прохладная тоже. Все нормально. О, бомба. Я практически готов заходить куда-то. Бомбу там я не подобрал. А, ну ладно. Да пошли вы. Так, пакеты берем? Да, я думаю, надо. Ох, вот это хороший да пакет. Да кто бомбу-то кинул? Не танк знаю, через полминуты будет. На волна надо принять. Кто-то наверх ходит. Идет. А, вот тут легионеры. Патруль. А, здорово, патруль. Я к вам. Капец. Как у вас там дела у всех? Не очень, да? Тут сейчас танк появится. Еще а, не нет, появится. Еще да, эти же, далеко. А давайте это, схитрим. Двое пойдут налево, двое направо. А, меня схватили уже, да? И просто когда будут волны, непонятно, где они будут появляться. То есть если они появятся у левых ребят, правые выживут. Как вам план? Делиться плохой план в любом случае, мне кажется. Да ну, это, делиться это весело. Если ты клетка, а так нет. Потому что, как бы... Мы даже вчетвером в одном месте мы не справляемся. Какой вот делиться там? Там мы одного схватил Пакмана, второго Ассасин, все, минус. Давайте сейчас двигаться в одном направлении. И давай. Хоть последние пару траев нормально сделаем. А, то есть все, что до этого было... Зарашить кишки не получится, очевидно, потому что они тяжелые. Все делали. Кошка на меня смотрит так, как будто я ей что-то должен. Зарашить мешки. Это всем спорно. Ничего. Кстати, Миша, ты ну, вообще, ребят, в курсе, да, цену StarCraft'а в третьей части? Ну, мне бесплатно ключ пришел. Везет тебе, блин. Там, по-моему, что-то в районе 1500, что ли, если... Ну, вот это нормально, это тебе не Fallout за 3200. Ну, просто я... Тут бомба. За 7. Бомба. Бомба. Релюкс-версия Fallout'а или какая-то там за 7000. Да это бред. Вы идете? Там с пластиковой этой штукой. Дима идемте, идет, идемте, отлично. Идемте. Где бомбки? Бомба, вот, 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 они вот. В тележке. Вот они. А, вот она. Блин, что-то сил не хватает. Что-то здесь пока чисто. Волна где-то в другом месте заспаунилась. БСП скидывает мешки, мы ждем пока. Да, мы чистим. Скинул. Ну что, понесли тогда. Так, волна. Может, волну переждем? Да, только нужно... Их две как раз. Месте. Давайте. Слушайте, внутрь, вот сюда. Да, давайте, ладно, внутрь. Сюда. Давайте вот сюда, внутрь. БСП, БСП, БСП. Заходим в здание. Да. Они как-то делятся еще с нами. Ой-ой-ой-ой! Вторая волна. Нормально. Две волны. Ой, цыплят, это... цыпляльщик. Вижу, вижу, сейчас убьем. Рейтинг там за углом. Не вижу пока. Бомбу тратить на него? Не, не надо, он не попадает нифига. Там сзади легионер подходит еще. Да и спереди тоже. Мое оружие вообще его не трогает совсем. Ой, а у вас там сбоку, оказывается, легионер был. Да? Только что озвучил этот момент. Я думал, что это другой легионер, которого я убил. Так, я попробую пулеметчик взять. Пулеметчик никого... Пулеметчик нам только помогает. Да, пожалуй, зря. Ну, это была ошибка. Я просто проверю, что у нас тут. Тут у нас ничего. Сзади. Будем проверять. А, Дима проверил вроде. Не надо, ничего проверить. Проверил, да. Мешки берем? Да. Бешки берем, да. А, тащат меня! Эх! Блин, он ушел за вижен. Да. Твою налево. Погрел вроде его. Как надо поднимать? Миша, поднимай Бонича, я Диану сейчас подниму. А, ну ладно. Хилки нет.
У меня есть. Здесь еще крыс. Блин, я вниз упал. Нужно поднимать. Понял, Бонич. Я вижу. Короче, что-то вас тут много. Я бомбу, может, нет? Нет, тут, тут ерунда полная. Да твою налево, ну... Надо определяться, кто поднимает, кто прикрывает. Ну, кто прикрывает? Я поднимаюсь уже. Окей. Что? Два мешка. Давайте танка вызовем, давайте. Все, пойдемте танка вызывать. Ай. Там еще сзади много народу. У меня есть бомба на танке. У меня тоже. О, хилка, блин, я возьму. Не, не взял, ладно, забей. У тебя тоже в жизни нормально. Ну что, скрип? Да, скрип. Внутрь заходим опять, да, за хилками? Да. А пакет-то что не положили? Да твою налево, ну где? Почему я со спины? А я с бомбой, блин, еще. Капец. О, поднимает. Спасибо поднял. Большое. Сейчас бомбу кину в него, пока не поздно. Не попал. Да? Да, это толпу вошла. Наверх, хилочки. Аптечка. Аптечка, юзаю. Бугапак. Ну... Ну, вроде танк здесь. Танк. Там еще и газовик. Там газовик, да. Я подниму. Ишь, ты его... А, не, нормально. Блин. Вот газовика, да, я не рассчитал. Там танк опять. Танк, кажется, за мной. Да-да-да, Миш, но я тебе помогаю. О, он практически умер. Он сейчас начнет. Сейчас я попробую выпить бутылек скорости. Да. Его газом сейчас траванет. А да что ты на меня пришел? Нет, то, что Overwatch, так деньги стоят этого. Ай, газ, фак! Ой-ой-ой-ой! Как не вовремя, да? Газ на танка не действует. А это как... Он как Бэйн. Убили. Так, кого поднимать? Да, только у нас всех тоже немножко... А, я умер, все. Миша, ты можешь меня резать? Умер. Давай. Где? За мной, за мной. Скорее. Не туда. На поле выбегай. А, в меня уже газ кинули, забей. Да. Так, ну ладно, я вижу газовика, вижу, что хп нет. Чувак, это вайпчик. Я понимаю. А мне ночные миссии как-то попроще. Пулемет стреляет. Крысы повсюду. Ауе, Миша, ауе последнее. Не-не-не-не-не, сейчас вы реснитесь где-нибудь, я... Нет! А мне... Мы вдвоем находимся за фургоном. Я взорвусь, но я не сдамся. Через забор. Перегрев. Через забор. Задержит сзади. Ай-яй-яй. Ну, танка убили, чего, прогресс. Да. Танка причем убили. Кидай молотого в танк. Убивали раньше тоже, по-моему. Но как бы толк... Левел? Нет. Увы. Так какой это? У нас последний трай или предпоследний? Это предпоследний. Еще два. Ну, в смысле, нет, это вот этот и еще один. Окей. Бонич решил. Это хорошо. А какой план-то? То есть бежим-то через... А, нет, ну, в принципе, бег справа хорош. Потом мы должны рашить на хилке. И потом через трубу нашим уже методом. Так, а давайте кинем два мешка, не перенося через мост. А в чем смысл? Ну, чтобы танк не появился. Он все равно появится. Нет, по-моему. Почему? Ну, давайте попробуем, действительно. Ну, как бы... Ладно. А, бутылек, хилочка. Отлично. Хорошее начало. Да. Давайте сундучок. По правой... Да, по правой стороне тут сундук. А, о, понятно. И ерунда. А что так рано-то, волна? О, да. Миша, а наверх можно туда, смотрите? Ну, мне показалось, да, что можно, но... Ладно. Вы за мной, да? Да. Здесь бомбы, бомба, ребят. Бомбы вижу. Взял бомбу. Там легионеры еще. Ребят, сейчас волна, нам бы добежать до точки. Да вы не открывайте забор только, и все. Не открывай, Миша. Ты, я уже. Я наверх мешки пока поскидываем. Давай. Пока они все равно не прибежали. Все, защищаемся. Там сверху легионер. Сзади. Прям дофига. Легионеров был. Он и сейчас. Точнее, он есть, да.
Ой, я взорву сейчас. Ой, как хп отнимается. Нифига себе, я умираю после этого сразу же. Понятно, очень спасибо. Перегрев это опасно. Берем те мешки. Ой, там пулеметчик. По мне. Ну ладно. Взял мешок, но не доходим. Не доносим. Ой, блин. Да твою... Выбора было мало. Я что-то бегу вперед с мешком. Впереди пулеметчик, он на меня выцеливается. Так куда? Просто вот так вот, да? Оставим? Да, вот здесь вот где-нибудь оставим. Телеги. Идем просто... Да, до телеги не доносим. Просто запомнили, что здесь... Ой-ой-ой. Как-то он попал между блоком и ударом в меня. Откуда? Они постоянно. Все, побежали. Побежали. Миша, иди сюда, стой на месте. Сзади еще один. Спасибо большое. Бежим. За Димой, за Димой, за Димой. Ну вот, вроде танк пока не появился. Дим, там у тебя обычных много сзади. Да. Ребят, берите... Пошен, где? Обычный. Нет, это обычный поушен, это. Ассасин где там? Наверх поднимаемся. Наверх подняться. Тут хилок дофига. Да, 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 вот это как раз. Патроны, да. Ну, давайте сейчас через это, да, бревно. На бревно, да. Но тоже надо не доносить. Может, мы обойдем просто, назад вернемся и положим... Хотя нет, это маловероятно. Там, скорее всего, зона вокруг телеги. Ассасин. Где? Вон он. Вижу. Бляха-муха. Ребята, аккуратненько, давайте здесь... У меня проблемы. Потому что проблема у Бонивора, и тут еще проблема у всех. Танк, блин, не работает, танк, да? Танк, такое ощущение, что по времени вообще спавнится. У меня есть... Сзади это... танк. Вижу, кидаю. Миша, смотри, куда я залез. Блин, что я... Там много легионеров. Да, да, расстреливать тут сложновато, блин. О, они здесь будут. О, как он там? Я его упустил на секунду из вида. И, видимо, он... Чарнулся. Дим, сзади. Сзади танк. Успел. Он меня откинул. На меня, кажется, бежит. О! И ассасин еще. Два ассасина. Три ассасина! Реально, там три ассасина. Три ассасина стоит. Джекпот такой. Тин-дин-дин. Я, они прям... Они застряли там, кстати. Вон, справа. Офигеть. О, Дима еще живой. Дима, иди, беги меня резать. Только не в газе. Ты уже появился? Да. Далек, да. Нет, не далек. Ну я там далеко, короче. А, не, я же это уже все. Фух, нормально, нормально. Отличный, да, отличный трой. Ну, короче, надо забивать на... Короче, мешки доносить просто, да. Что сделать? Прорашить до фургона и потом побежать на центральные. Просто, чтобы посмотреть, где они находятся. Давайте. А может сразу сюда сейчас побежим? Если? Да, и сразу на центр. Раз ну, уж мы разведку центр, делаем. На центральный, да. Просто... А в центр разбегаемся направо и налево. Слушай, там, кажется, можно по краешку пойти. То есть через центр не бежать, а вот там, где мы мешки два берем, налево свернуть и к следующим мешкам бежать. Возможно, возможно. Ну, правда, это тяжело будет с текущими мешками сделать. Смотри, у нас план какой? Мы сначала как бы правые мешки относим, потом через дерево левые относим, и потом от фургона должны центральные нести. Ну, да. Поэтому предлагаю сейчас именно от фургона найти путь. Хорошо. А как вы к центру хотели не от фургона идти? Поехали. Сейчас разберемся. Да. Аптечка сразу же. Берите. Да, возьмем. А там еще одну. А вон они вдалеке, да? Да. А, так вы... А по пусть какому... Вот, все нормально, сейчас вниз. А почему вниз мы сейчас? Так... Окей. Мы специально... Ну ладно. А, я не понял, как ваш план на самом деле. Ну, от фургона.
от фургона. Давайте тогда, раз волна, мы ее в домике переждем. А, да? В домичке скипнем. Окей. Ну ты просто БСП не видел, как далеко Миша с Бонивором. Не, я они по правой стороне пришли, я удивился. Так, БСП идет, все нормально. Все нормально. Хилки взяли, да? Там поехали, не было хилок. Да. Поехали. Бежали. Там по воде прям можно. Нам куда? Нам вон туда. Туда. Нет, это два пака, которые... Да нет. Да, вот, да. Дим, вот, ну, я тебе точно говорю. А как он так быстро? Вот не говори, я тоже удивился. Сзади, сзади очень много, очень много! Меня зажали просто. Короче, я его вообще рядом. Давайте проходим, там БСП уже прошел вперед. Тут сундук. В сундуке бомба и амуниция. Бомба — это хорошо. Ну и все. Ух ты, это особняк крутой. Там дверка открывается? Зайти нельзя, нет. И бежим к этому, короче. Вон, ну. Да, давайте налево. Понятно. Аккуратненько, Миш, прикрывайте. Да, здесь останавливаемся, раздаем. А где вы остановились? А, Дима остановился здесь, да? Да, да, мы здесь. Ну это пока... Ой, две. Это, короче... Давайте, сейчас внутрь забегаем прям к мешкам. Хорошо. Тут еще ой, слева сундук. Я проверю, Миш. Бомба. Бомба. Да, это взял. Come, я наверх скину сундуки. Я уже скинул. А, окей. Тогда принимаем. А, бомба, да? Вон он. А, я срат. Уберу. Он стрельнул, блин. Блин, капец. Ассасин. Я его убил. Ассасин, да, вижу. Меня сзади. Все, ассасин кончился. Все, пакеты крысы еще бегут. Да не, сложновато еще пока. Во-первых, волна, во-вторых, еще крысы не добежали. Заходим вот. Обратно. Пулеметчик и... Миша, граната, пак. Ой, не окей, пак, хорошо. Эти, командиры. Так и двое всего, зачем? Ну, ладно. Двое. Блин, надо было... Ну ладно, уже все, да, уже не нужно. Я скилка сейчас убью. Слушай, Миш, прикайте его все... Ну ладно, уже не важно. Я понимаю. Все, что у тебя в инвентаре, оно падает после твоей смерти, и его... Еще легионер. Им. Блин, да как же он... Больно это бьет. Так, аптечку вижу. Юзаю сразу же. Еще один легионер. Так, да какой? Я же блок ставил. Еще один легионер. Короче, по-моему, они сейчас будут идти, как мы 4 пакета свалили. Они... Все, берем, побежали. Берем, кидаем. Блин, тут... Да... Проходим, здесь могут быть хилки. Короче, там еще сзади, я прикрою. Я и... один. Там и мешок один оставили, да? Ай, твою. Еще легионер один. Танк. Ох. Танк на меня. Оп. Оп. Так, ну да. Давайте собираться, наверное, там, где мы всегда собирались. Так, где он? Я прям по курсу. Лучше это... На меня. На открытую местность. Бомбу вам кинуть туда? Да твою... Как это? Он прям на мне оказался. Миша, отманивай его, я подниму Бонича. Окей, а он все уже. Он на меня уже ушел. Поднимаем Бонича. Я возвращаюсь к танкам. Я его откачу. Хорошо. Собирайте пакеты. Пакеты относим. Ребята, там что-то об этом лежит. Каждый взял по пакету, и к нам прибегает БСП. Нет, не прибегает еще, я просто круг сейчас сделал. Ну да. Как дела? Все, собрали все? Закинули, да. Да, собрали. Давайте танк теперь. Собирайте сейчас. Давайте, сзади легионер еще. Блин, Хукман. Где? И Редман. Этот. Не вижу где. А, вижу. Блин, капец, я обойду сейчас его.
Я пошел, пошел спасать, спасать от Хоффмана. Да я спасу. Там еще два легионера, Бунич, аккуратно. Блин, я не вижу его. Бляха-муха, тут толпа! Хорошо, начали. Миша, а уешь не туда можешь? Прямо уешь ты туда, там танк, лучше меня не... А, еще один Хоффман. Там и тот же самый, его не... Не-не-не-не-не. А, да, я понял. Да, а, точно. Так вы уже все. Да, да, Дим, проще, короче, пакеты забей, резать нас. Там Хоффман еще один, Газман и танк. Лучше бы ты... Эх. Да. Неплохой трай был. Да, хороший трай. Слушайте, мы 4 мешка практически притащили. Но 3, там еще один остался, правда? Не-не-не, все притащили же. Ну что, неплохо. Очень хорошо, да. Давайте пройдем тогда сегодня. Я бы с удовольствием, но у меня 3 встречи, которые первая из них начнется через 20 минут. А, поэтому все молодцы. Разок. Да? Всем спасибо. Не я вам всех. Что там всех? Я всех благодарю за доблесть и отвагу. Мы встретимся. Боблесть. За бобрлесть. Да, я вынужден раскланяться. Хотя, что перед вами кланяться? Просто уйду и все. Всем пока. И спасибо, ребят. Кланяйся. Счастливо, спасибо тебе, Бонич. Да, набирай сейчас сил. 81 человек в эфире, давай, начинай. Ребят, у меня нет выбора. Спасибо. Что делаем? Ничего, пока. Не знаю. Спрашивает, что пересмотрел наше с Мишей прохождение Зелиарда, возник вопрос, сфотали мы ту карту или нет. В карту не сфотали, но она где-то есть. Да, блокнотик должен деньги сохраняться. Давайте King's Quest. King's Quest? В коопе. Я, пожалуй... Мы можем первую карту попробовать пройти на карту. Не, я уже ливнул из игры. На этом запись третьей части окончена. Пока! Пока!